Спасибо тебе, любимый. Спасибо тебе, любимый. Мы не гоняемся за толпами. Нас не интересуют массы. Нас интересуют сердца, которые полностью отдали себя тебе. Нас интересуют те единицы, для которых Бог значит все. И ничего не нужно, кроме Него. Мы отдаем тебе нашу жизнь. Возьми нас. Мы твои любимые. Мы посвящаем наши жизни еще раз тебе. И говорим тебе: ты наша драгоценность. Нам ничего, кроме тебя, не нужно. Спасибо. О, воздай ему славу, семья! Воздай ему славу! Он твоя ценность! Он твоя любовь! Он твоя жизнь! Он моя жизнь! Amen. Добрый вечер. Обними несколько человек, пока ты садишься. Займи свое место. Присаживайся. У Бога есть что-то очень особое для нас сегодня. О, любимые, спасибо. Спасибо за жизнь. Спасибо за жизнь. Спасибо за жизнь. Две вещи я должен сделать перед тем, как я пойду в Слово. Я прошу Духа Святого двигаться по этому залу. Это атмосфера исцеления, атмосфера восстановления, атмосфера трансформации. О, я благодарю Бога. Моя жена — это оружие, я вам честно говорю. О, как бы мне хотелось брать мою команду на все конференции, Бог мой. Половину работы они делают. О, какие твердыни рушатся, когда идет чистая слава. О! Две вещи я должен сделать. Первое. Я хочу призвать и сделать это очень быстро. Молитву посвящения Иисусу Христу. Только я стоп. Я умоляю тех, кто каялся, посвящался, не выходить сюда. Я понимаю, ты выйдешь на любую молитву, лишь бы тут поваляться. Я понимаю. Но это не цель этой молитвы, окей? Цель этой молитвы — принять Иисуса как своего Спасителя и посвятить Ему свою жизнь. Послушайте меня, все те, которые когда-то каялись в религиозных церквях. Покаяние не меняет. Меняет посвящение и решение отдать Ему свою жизнь. Поэтому, если ты отдавал, и ты точно знаешь, что принадлежишь, мне не важно, если ты согрешаешь, падаешь, Бог мой, спроси своего соседа слева, справа. Все мы в этой жизни мораем наши ноги, поэтому нам и дан Дух Святой, чтобы вовремя вымывать наши ноги. Я говорю за тех, которые точно знают. Сейчас я говорю для тебя, и внутри у тебя вот здесь горит огонь. Это ты. Вот здесь. Ты знаешь, ты должен выйти. Вот здесь огонь горит.
Опять говорю, пожалуйста, не выходите, которые каялись, проходили энкаунтеры, посвящались. Пожалуйста, нет. Только те, которые точно знают, что тебя сюда влечет сам Бог. Только эти люди. Если они есть, поднимите руку сейчас. Если есть эти люди. Я попрошу только этих людей выйти сюда. Выйдите сюда. Только этих людей. Только этих людей. Я не играю в роль перепокаивать людей. Все понимаете? Я хочу, чтобы здесь были только те, которые точно знают. Меня влечет не конференция, не Шаповалов, не музыка с клавиш. Меня влечет Дух Святой быть здесь. Только эти люди. Это говорит о том, что это ваше время посвятить вашу жизнь Ему. Закройте ваши глаза. Повторите за мной эту молитву очень короткую. После этого я хочу, чтобы координация завета, пасторы координации завета вышли и возложили руки на вас очень коротко, обняли и благословили. Координация, выйдите сюда, встаньте впереди них. Все остальные, закройте глаза. Все, кто в зале, протяните ваши руки сюда. Это не покаяние, это посвящение. Все, кто вышли сюда по влечению Святого Духа, повторите за мной эту молитву. Дорогой Иисус, я принимаю Тебя как единственную личность, без которой у меня нет шансов выжить. Я прямо сейчас посвящаю Тебе всю мою жизнь, включая хорошие дни, не очень, и дни, которые я буду проходить через ад. Я посвящаю Тебе всю мою жизнь. И я прошу Тебя, я заключаю завет прямо сейчас. Я даю это согласие. И я принимаю завет Твоей крови. И моя жизнь с этой минуты и до того времени, как выйдет последний вздох из моих легких, она принадлежит только Тебе во имя Иисуса Христа. Воздайте Богу славу. Координация завета. Ребят, здесь постоянно был елей, и когда он надо, он убежал. Взяли, да? О, все. Координация. Очень быстренько, все ребята. Просто возложите руки. Обнимите. Это ваша семья. Независимо от ваших чувств. Независимо, хорошо вам или плохо, завет с Богом заключен. Это отмечено на небе. И не важно теперь ваши ошибки, важно решение, которое вы приняли, оно неизменно. И никто, даже включая вас, не может его изменить. Иисус принял вас. Спасибо Иисусу. Спасибо Иисусу за каждую душу, которая сейчас была спасена от ада, церковь. Тех, за кого помолились, вы можете садиться, дорогие. Благословение вам. Если у вас нет друзей, те, кто видят, родственники, друзья, пожалуйста, после служения вы видели этих людей, познакомьтесь, пригласите, возьмите в свою церковь. В общем, это уже ваша ответственность. Вот это. Пастор ведет к злачным пажитям, а овцы должны кушать зеленую траву. Поэтому, дорогие, ваше дело кушать, работать. Thank you, Jesus. Благословение вам. Второй момент перед тем, как я пойду, потому что то, что будет в конце, точно я не смогу это сделать потом. Сейчас я люблю это делать всегда, на каждой конференции. Я хочу сделать пожертвование, но какого уровня? Стоп. Не просто. Я хочу именно пожертвование сделать на разрушение финансового проклятия. Я ненавижу нищету, церковь. Я ненавижу, когда массы пасторов, которые должны быть на ниве, пашут до костей, потому что дьявол закрыл источник.
И вместо того, чтобы кто-то спасался, ты тратишь как раб свою жизнь, работая и выживая. Я ненавижу этого беса. Я хочу, чтобы ты сейчас приготовился к этой жертве. Неважно, сколько ты вынесешь, только вынеси от сердца. У тебя остался евро, не имеет значения, вынеси евро, положи сюда. Итак, я открываю это место для тех, особенно бизнесмены, слушайте меня. Если ты точно знаешь, что ты бизнесмен, давайте пока ведра потом соберем. Просто положите это все вот сюда на кучу. Я хочу за это персонально помолиться. Слушайте меня, бизнесмены, если здесь бизнесмены, которые точно знают, что они призваны. У тебя были пророчества. Тебе говорил Бог. Но у тебя сверхъестественно закрыты двери. Сделай эту жертву. Сделай настоящую жертву. Любимые, поверьте, это не для меня, это для вас. Бог знает, о чем я говорю. Это для тех, кто устал жить в проклятии, кто устал, что детям не хватает одежды, кто устал, что детям не хватает пищи, кто устал ездить на дряных автомобилях, кто устал одеваться в отвратительную одежду, просто кто устал пахать для дырявого кошелька. Просто выйди этой жертвой и скажи: Бог, вот я ложу, и я прошу тебя, я делаю действие, чтобы разрушилось финансовое проклятие. Мы это сделаем очень быстренько, дорогие, потому что у меня есть очень важный месседж сейчас. Неважно твоя сумма, мне Дух Святой не говорил, что у кого есть 1000, а мне Дух Святой не говорил, у кого есть 10. Мне это вообще не имеет значения. У тебя есть цент, и у тебя все, что осталось, приди, положи. Мы за этот цент помолимся точно, как и за 50 евро. И 500 евро будет на том же уровне, как и цент. Не имеет значения, просто ты устал. И эта молитва для тебя. Ты говоришь: я не могу так больше жить. Некоторые не могут позволить себе обыкновенные вещи в жизни, потому что дьявол держит финансы. Дорогие мои, я вам честно скажу, первое, что Бог сделал в моей жизни, чтобы я мог быть высвобожден для тела Христа, для вас и для других людей. Он избавил меня от проклятия финансовой зависимости от чего-то и от кого-то. Он дал мне достаточно финансов, чтобы не переживать о них вообще. И я хочу передать тебе то же самое. Просто помолиться, сказать: Бог, пусть на моих братьях и сестрах придет полная свобода. Полная свобода. Дорогие, и дух благословения, о котором мы сейчас будем молиться, это не деньги. Дух благословения – это когда твоя машина сверхъестественно не ломается вообще. Это когда кто-то купил новый мерс, и он у него уже третий раз в сервисе, а ты ездишь на своем опельке 10 лет, и он только улыбается. Это дух благословения, это не ломается. У тебя червяк не подъедает, у тебя не протекают житницы, у тебя все в порядке. Благословение – это когда зубы не болят вообще. Давайте перестанем думать, что благословение – это куча денег. Дорогие, у многих куча денег, они спать не могут. Благословение – это иметь счастье, это иметь здоровых деток. Я хочу помолиться именно об этом благословении. Не важна сумма, важно твое сердце. Приди, положи, мы помолимся сейчас за это. Алик, Александр, Дмитрий, координация, подойдите сюда. Я хочу, чтобы мы вместе это сделали. Я верю в силу завета. Я верю в силу согласия. Давайте возложим руки, Отец. Я благодарю Тебя. Мы призываем успех, мы призываем благословение, мы разрушаем всякое проклятие, нехватку, долги во имя Иисуса Христа. Мы призываем восстановление украденного. Дьявол вернет твой украденный бизнес. Он вернет во имя Иисуса Христа. Это жертва для Бога. И мы говорим: Отец, мы рушим всякое проклятие во имя Иисуса Христа.
мы говорим к элементам физическим высвободить успех, высвободить благословение, высвободить славу Бога на жизни детей Бога, которые дали свою часть. Мы говорим, Церковь Христа будет свободна от проклятия долгов, от нехватки во имя Иисуса Христа. Аминь. Воздаем славу. Мы рушим проклятие долгов во имя Иисуса Христа. Я ненавижу этого демона. Я помню первое, с чем я столкнулся как служитель. Во мне была сила, огонь, помазание. Но я ничего не мог делать, потому что все краны перекрыты. Потому что что бы я ни взял, клавиша стоит, микрофон стоит, Бог мой, рубашка стоит. И дьявол, если у тебя там пробоина, то он быстро позаботится, чтобы это все вытекло. Ему не надо даже тебя проклинать. Все, что он делает, делает в твоем мешке дырку, и ты дальше едь на своем осле. Едь. Пока доедешь, ничего не будет. Он даже помазания лишать помазанникам не будет. Он лишит их благословения финансов, и все. И твое помазание будет вот там у тебя, в погребе. Все, с этими вещами разобрались. Теперь идем. О, как мне нравится то, что я сейчас буду говорить. Приготовься. Сразу говорю, это для взрослых. Но поверьте мне, за эти 6 конференций тут уже только взрослые и остались, аллилуйя. Уже у тебя не было выгоды, уже даже все мазохисты помучились и убежали, остались. О, спасибо тебе, Иисус. Сейчас чуть отдышусь, аллилуйя. Иисус. Итак, служение 3. На этой конференции много уже было сделано. Если ты не уезжаешь новым человеком, я уезжаю новым человеком, поверьте мне. И я тот, через кого кое-что тоже вытекло здесь. И я так скажу, Бог мой, каждый раз, когда я приезжаю на такие вещи, они меняют меня, и я не шучу. Они меняют меня. Тема называется, мы продолжаем с вами одну тему. Я как учитель железно придерживаюсь своих топиков. Честь на оценке. Ты скажешь, такого быть не может. Конечно, нет. Но тем не менее, тема так и называется «Честь на оценке». Честь никогда не бывает со скидками. За это ты уплатишь полную цену. Величие невозможно купить по дешевке. За это ты уплатишь полную цену. Кто-то понимает, что такое честь и величие? Некоторые не понимают, что такое величие. Величие – это когда ты стоишь тихо около человека, и вокруг него что-то, что приводит тебя в шок, и этот человек не говорит ни слова. Величие – это когда человек на тебя смотрит, и ты смотришь в его глаза. Он вроде смотрит на тебя свысока, но в то же самое время любя, и в то же самое время он ниже тебя. Нет, я сразу предупредил тебя, это для взрослых. Величие – это когда в одном человеке совпадают компоненты духовного голода, в то же самое время он может все дать, но ничего не имеет. Ты его поймаешь на улице, ничего нет. Ты посадил его, провел с ним 5 минут, и он нечаянно ответил на все твои вопросы, даже не задумываясь. И некоторые люди думают, что это за люди. Это величие, церковь. Кто-то понимает, о чем я? И когда-то настал в моей жизни момент, я расскажу об одной истории, которую я никому не рассказывал. Это будет попозже.
Настал в моей жизни момент, когда я понял величие. Вы знаете, перед тем, как попросить, его нужно понять. Вы знаете, есть люди, которые делают вид крутых. А есть другая категория, которая пытается так не круто выглядеть, и все равно выглядит круче, чем те, которые пытаются. Кто-то понимает, о чем? Величие – это подарок от Бога тем, кто не принадлежит себе. Величие не может быть доверено слабым. Потому что если твое сердце слабое, ты величием задавишь, а ты своим величием должен поднимать. О, Иисус, я надеюсь, что церковь доросла, чтобы услышать эту тему. Потому что нам кажется помазание. Помазание без величия не имеет значения. На Самсона кто посмотрит? Помазание было. Бог мой, величие ноль. Распсиховавшихся помазанников я видел. Хорошо. Итак, ты не купишь величие дешево. Ты, оно даже не покупается, оно приобретается, оно меняется на что-то, о чем мы поговорим попозже. Величие – это когда без твоей болтовни за твоей спиной происходит больше чудес, чем ты в курсе. Хорошо, оставим это. Потому что некоторые там не успевают утром перо с подушки вылететь, уже знает весь Инстаграм и Фейсбук, и Бог мой, кто только не знает. Я не против, фото и перья, я люблю перья. Классно, фото, честно, без. Потому что некоторые из них реально, реально с неба. Смотри. Цена скидывается, слушай сюда, цена скидывается только на то, что изначально не имело ценности и в что никто не вкладывал. О, я объясню, что я имею в виду. Туда не вкладывали любви и ценности. Туда не вкладывали себя. Эта вещь была сделана роботом на станке. Пойди на дилерскую Бентли. Не, кстати, некоторым из вас, слушайте меня очень сейчас внимательно. Некоторые, куда на Бентли? Слушай, твой прорыв начнется не с того, когда у тебя придут деньги, а когда ты наберешься смелости и без одного цента пойдешь на дилерскую Бентли и примеришь свою задницу в этой машине. Это, кстати, для некоторых людей пророчески. Это все остальные забудьте, вырежьте. Дорогие, у меня некоторый прорыв начался не с кошелька. Прорыв начался вот отсюда. Я пришел и примерил. Я так говорю, так, в Феррари моя голова вместится. Пойдет. Вы сегодня, сэр, будете покупать? Не сегодня. Но на тебе уже величие. В кошельке пока фига, но это не имеет значения. Хорошо, это отдельная конференция. Это конференция прорыва. У нас сейчас трансформация личности. Окей, пусть это осядет. Некоторые ждут прорыв на банке, а Бог говорит, когда ты пойдешь вот туда и посмотришь дома, которые ты не можешь иметь, потому что Бог говорит, я не занимаюсь тем, что ты иметь можешь. Меня не интересует, говорит Бог, что ты можешь себе позволить, потому что без веры Богу угодить нельзя. И если ты говоришь, вот я могу позволить, там веры нет. И Бог говорит, позволяй. И потом ты открываешь кошелек и говоришь, не могу. Бог говорит, а вот здесь, сынок, я с тобой, пошли выбирать. Примерь то кольцо за 25 штук, примерь его. Как оно блестит, хорошо, подходит?
Вы сегодня будете мисс брать? Нет, не сегодня. Сегодня я забыла кошелек с собой. Настрой вот это. Некоторым из вас, слушайте сюда, только дружите с головой после того, как я это скажу, потому что один раз на конференции сказал, тяжело пришлось. Некоторым из вас нужно примерить вот это место. Вот это место. Просто спокойно, тихо, после того, никого не надо убивать. Когда все закончится, когда мы закончим, когда люди начнут там растягивать стулья, ты просто спокойно выйди. Ребят, кафедру заберете последнюю, окей? Просто некоторым из вас нужно выйти вот сюда и просто постоять, просто примерь. Я бросаю тебе вызов! Ну ты понимаешь, ну ты знаешь. Ничего не знаю. Это так, как я примерял. Потому что сначала вещи примеряются в моем сознании, перед тем, как примерить их в реальности. Чего я сюда пошел? Это вообще здесь не написано. Вы знаете, я люблю за Духом Святым бегать. Он лучше пишет конспекты, чем я. Итак, честь на оценке, которой нет. Ее невозможно купить, ее невозможно скинуть, невозможно договориться. Итак, можешь ли ты пойти сейчас на дилерскую Бентли, на дилерскую Феррари, Ламборгини, Мазерати? У них даже названия такие все. Ну, например, когда сказать Хандай. Оно не звучит Мазерати. Оно звучит Ханде. Типа, знаете, что-то... Короче, я не унижаю Хандай, хорошая машина, если у кого-то есть, езди. Я не об этом, я о том, я о калибре, о ДНК. Все понимают, о чем я говорю? ДНК. Вы знаете, однажды, много лет назад, я просто пришел на дилерскую, просто мне интересно было. Вот проезжал и просто заехал. У нас там в Сиэтле много разных дилерских хороших есть. Я заехал на одну из них, я дилерская была Бентли, очень уникальная, и там была красивая машина. И вы знаете, я у него просто спросил, я говорю, а эта машина бывает когда-нибудь на оценке? Вы знаете, он так улыбнулся. Он говорит, нет, сэр, не бывает. Говорит, у нас скидок нет. Никогда не было, никогда не будет. Я говорю, а почему? Он говорит, ты не понимаешь, сюда вложено столько человеческих рук, физических, часов, что мы не можем. То есть оно стоит. Туда вложены жизни и настоящие жизни людей. И они говорят, эта жизнь, мы этим людям заплатили так дорого, которые работали над этой машиной, над каждым штучкой, над каждой финтиклюшкой, над этой панелечкой. Это дерево полировалось. Это они даже искали, чтобы, знаете, у коровы в задницу комары не жалили, чтобы сиденье правильное было. Чтобы там не было, знаете, укусов от комара. Я думаю, представляете, Хандай когда-нибудь задумывается, что у него в салоне комары не кусали жопу у коровы, которая салон там. Ки-ки-ки-ру, у них даже кожаных салонов нет. Кожаный салон, что это? Матеря падет. Ты смотришь, вся эта тема. И он говорит, мы не можем скинуть. Почему? Потому что оно стоит так дорого, чтобы его создать. Самое интересное, что когда ты пойдешь на дилерскую Hyundai, то там договориться можно запросто. Ты можешь даже взять две и одну в подарок. Ты со мной, да? Там, если ты, некоторые говорят, только сегодня, только сейчас. Я говорю, с этими дилерскими ты подожди год, она в два раза дешевле будет. Новая, с нулевыми малями, в два раза дешевле. Это о чем говорит? Это не говорит о том, что что-то плохое, что-то хорошее. Нет, мы все платим свою цену за все. Амен? Это говорит о том, что туда не вложено, поэтому у них есть расстояние, с которым они могут работать. Себестоимость Хандая, например, 2-3 тысячи. Да? И они могут продать тебе ее, ну, за 5, за 6, и можно еще дешевле, и в наваре останутся. Бентли только что сделать ее 90 стоит. И они ее продают чуть дороже, 95. Чтобы... Ладно. Некоторым это не надо. Ты говори о земном. Что ты о небесном говоришь? Бентли, Бентли.
О, дошло. Там даже значок такой. Крылья ангела. Вы знаете, самое интересное, меня всю жизнь пытались уговорить братья во Христе, чтобы скинуть цену на мой товар. Убрать оттуда это. Я говорю, стоп, вы не поняли, что такое честь, вы не поняли, что такое величие. Мне слишком дорого стоило то, что я тебе говорю. Мне слишком дорого стоило то, чем я делюсь. И мне не важно, сколько вас здесь. Мой продукт достигнет своего покупателя. И если ты не можешь себе позволить, мой продукт тебе не место здесь. Тишина. Аллилуйя. Ну, вы знали, куда вы ехали. Смотри. Мой товар, слушай, всегда определит своего покупателя. Сильные, слушай меня очень внимательно сейчас. Сильные дают своему товару, сейчас мне нужна именно мудрость ваша и внимание. Слушайте сюда. Сильные дают своему товару определить своего покупателя. Все понимают, да? Слушайте, теперь слушайте дальше. В свою очередь, слабые, слушайте сюда, позволяют покупателю определить товар и его цену. Вы заметили, как люди разные работают на разное? Одному нужно сбыть, а другой продает эти машины, куртки, кольца. Это его имя и это его честь. И если ты не купишь, никто не скинул. И если купит один, это значит только один и достоин этого. Вы знаете, что Бог действует именно по этому принципу. Кровь Христа дешевле не стоит. Ты не можешь спастись на 95%. Если ты идешь сюда и отдаешь ему свою жизнь, он забирает ее. И знаете, что уникально? Я не видел ни разу, чтобы жизнь можно было вернуть назад. Найдите мне хоть один случай, когда человек покаялся, потом сказал, попробовал, обкатал модель, куртку одел и сказал, не по размеру, заберите, я пошел. Ни одного. То есть ты настолько дорого стоишь, что он тебя никому не отдаст. Он говорит, Бог, я не хочу с тобой быть. Он говорит, ты опоздал? Вы были в таких магазинах, в которых тебя долго убеждают, что как, но когда ты купил, они сказали, ты подписал, все. Так я не могу, все, верните деньги. Нет, я буду на вас судить. Суди. Okay. Итак, еще раз скажу. Сильные дают своему товару определить своего покупателя. Другими словами, не я подгоняю. Что тебе нравится? Беленькое не нравится? Беленькое не будет, будет желтенькое. О, у вас уже больше стало. О, еще к желтенькому добавить зелененькое? Зелененькое добавить. О, у вас еще больше стало. И в конце концов у нас такое Евангелие для всех, никого не касающееся. Оно общее, один размер вмещает всех. И до того дошло христианство, что теперь нет чести, нет силы, нет величия. Теперь все смазано, все похожи, все дешево, все нормально. И ты смотришь, ничего никому не стоит. Ну нет, сегодня к концу мы подойдем к чему-то, что будет стоить тебе. Серьезно. Итак, я делаю товар, и я даю ему определить моего покупателя. Кто-то подходит, говорит, скинь, не скину. Я пошел, до свидания. Кто-то подходит, говорит, я хочу. Хорошо, стоит столько-то. Беру, добро пожаловать. Скинь, не скину. Другими словами,
А у других людей покупатель определяет все. Как и в наше время в церкви, заходящая бабушка определила звук в здании. Не понял, она все равно глухая, что ты дергаешься? Теперь ради пару кричащих детей, чтобы в церкви было больше, чтобы в церкви было больше людей, пастор согласился на орущих, срущих и кричащих детей. Мама сказала: не я, не дети. Он говорит: хорошо, приводи детей, сиди. Так, все. Оно орет там, воняет. Пастор просто... Принципы занижаются, и в конце получается кодло гадючее или... стойло или вертеп разбойников, где уже и поклоняются Богу, и овцы срут, и меняют бабло, и сено, и голуби, и тут и священники. Что это? Это церковь. Иисус говорит: сейчас вернусь. Я вам покажу, что такое церковь. У Иисуса рейтинг упал. В той церкви. Иисус не говорил: ну да, ради большинства, хорошо, вытерпим. Скажем: слава нашему Господу, братья и сестры. Есть и те, которые возьмут стандарты и пронесут их, даже если ты один будешь стоять, и никто больше не примет. Если в твоей церкви больше 15 человек, никогда не будет. Способен ли ты занизить свои стандарты, чтобы у тебя появилось 20? Или ты скажешь: 15 так 15, аллилуйя, у нас хорошая ячейка. Для Христа, радикальная. Но поверьте мне, я никогда не видел что-то, что имеет цену и не ценится. Некоторые люди даже удивляются, говорят: почему с годами модель Феррари, Бентли, старые, классические, растут? Она стоила 70 тысяч. Я проверяю, я любитель классических машин, проверяю. Она стоила 70, сейчас она стоит 170 тысяч евро. Я такой: я не понял, что было? Ничего не было. Это говорит о том, что это теперь машина стала еще ценнее, потому что их стало еще меньше. Никто не сказал: о, она старей стала, она стала ценней. Дорогие мои, поймите, вот что нам нужно. Я понимаю, я не могу говорить о чем-то другом, потому что мы с вами настолько приклеены к этой земле, что мне нужно употреблять какие-то машины, железки, чтобы хотя бы здесь навести порядок. Идем дальше. Слабые позволяют покупателю определить свой товар. Вы всегда найдете церковь, где вы зайдете, или и ради количества все будет меняться. И эта церковь, она как постоянная какая-то бактерия. Она меняется и меняется. Теперь, чтобы молодежь не потерять, у нас будет и свет. Чтобы он не потерять, у нас и будет и это. Теперь у нас клуб отжимающихся от пола. А почему? А кто его знает? А молитва? Молитва не популярна, на молитву никто не ходит. Отменим молитву. Здесь будет какой-то идиот рэпить. Иди отсюда. Он молодежь завлекает. Дух Святой молодежь завлекает. Извините, у меня стандарты. Я их никогда не меняю. Много лет назад, будучи молодым христианином, я думал, что церкви не достает чудес и знамений. О, когда чудеса и знамения пришли, как я понял, что я заблуждался. Я помню то время, когда я говорил: Господи, хоть одно чудо. Я говорю: Господи, хоть на неделю останови, а? Передышка. Потому что столько всяких знаменосцев разнеслось, развелось. Они плодятся, не понять где.
Когда начал двигаться в определенном уровне сверхъестественного, то увидел, что это абсолютно не так. И я понял, что Бог продолжает быть сосредоточен больше на источнике, бо Он работает над мехами больше, чем Он работает над тем, что Он вливает. Если Он вольет в плохое, все испортится. Хорошо, смотри. Потому что если мехи, да, не способны нести новое, то вино прокиснет, все это протухнет. Что бы ты ни делал. Вот. И теперь приходят чудеса. И чудеса заехали в старую дрянь. И скисли все чудеса. И завонялись. Ха! Теперь кто-то вспотел, говорит, о, елей потек, иди я тебя помажу. Слушай, отойди от меня, я воняю. Боже мой, теперь у нас все помазано. Вы заметили, да, с приходом чудес началось больше чудес. И чудев. Смотри. Не удивляет ли тебя тот факт, вот смотри, что ты часто найдешь помазанных гордецов и одаренных подлецов? Кто в своей жизни видел одаренных? А подляка такая. Одаренная сам. Ищет, абы выгода была. Украинский алфавит. Аби выгода була, коли мене поросята. Коли мене пересете. Ладно, 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 это глубина пошла. Я столько в своей жизни видел помазанных гордецов, одаренных подлецов, талантливых нечестивцев. Вот талантливый, ну нечестивец, ну кошмар. А талантливый, а поет как. Фу. Смотри, вот. Но ты никогда не встретишь подлеца с сильными стандартами. Потому что подлость уже убила все стандарты. Это уже стандарты. Дальше. Ты никогда не встретишь. Так зачем мы с вами гоняемся? За дарами? Да, даров давай, выстраивай передачу даров. Я выстрою сейчас всех передачу ума. Смотри. Кстати, хорошая передача будет. Бог, дай ум. Дай ум. Дай ум. Хорошая передача. Мы никогда не встретим подлеца с сильными стандартами. Нечестивца с честью. Вот он нечестивец, но он с честью. Нет этого. Вы заметили, как некоторые вещи паруются, а некоторые не паруются? Вот одаренный подлюга есть. А вот подлый с честью – нет. Уникально. О, я сказал, это для взрослых, это есть над чем подумать. Так зачем же мы с вами гоняемся? Что мы хотим? Даров? А с подлянкой кто разберется? А когда я разборался с подлостью и пришла честь, дар никуда не делся. О-о-о-о-о. Хорошо, подумай, подумай. Пусть это пропитается. Я не видел нигде лжеца с железными принципами. Это даже не звучит. Вот идет брехло, но у него принципы. Да ты брехло, у тебя уже принципов нет. Брехло меняет свои принципы в зависимости от ситуации. Вы заметили, не сочетается. Не может, не могут некоторые вещи вместе быть. Хорошо, это все фундамент. Мы идем куда-то. Слушай, ты что-то для себя берешь сегодня? О, дорогие мои, я хочу, чтобы ты захотел чести больше, чем даров, талантов и помазания. Чтобы ты захотел чести больше, чем любого другой вещи. Потому что самый настоящий дар
это честь. Это чистое сердце. Нет ничего лучше этого. Давид не молился, дай мне новый псалом. Он использовал свой дар, чтобы написать псалом. Сердце чистое сотвори во мне. В древние времена, послушай сюда, я уже чуть-чуть тронул это на прошлой, вчера. В древние времена честь – это было единственное удостоверение у человека. Честь. Ничего, ни документов, ни гуталина. Некоторые знают, о чем я говорю. Некоторые нет, нам оно и не надо. Честь. У кота Матроскина честь была. Усы тебе мои, хвост. Уникально. Вы заметили, до чего свелась сейчас честь? До удостоверения, проверки твоего социального номера, если ты в Америке, проверки твоего кредитной истории. Чести нет, и это можно подделать. Новую кредитку, новое лицо, новое имя, и ты новый. Но как в древние времена не было идентификации, не было удостоверения, не было, невозможно было сказать. Там говорили, ты чей будешь? И ты называл, я из этого рода. И все говорили, воу. И моментально открывались двери. И они знали, что ты не можешь лгать, потому что из этого рода не лгут. Иногда ходишь по вашим здесь замкам, смотришь историю и диву даешься, кто в них жил. Смотри. И когда человек терял честь, даже его дети и внуки несли поношение. Кто-то понимает, о чем я говорю? Когда человек терял честь, даже все знали, да, это дети этого дезертира, предателя. Ребенок ничего не сделал, он уже проклят, потому что отец потерял честь. Какой бы он ни был, умный, красивый, одаренный, он потерял честь. Его отец потерял честь. Это в древние времена. Дорогие мои, я верю, восстановится честь и величие в церкви. Восстановятся эти личности. Я верю, я понимаю, что, может быть, я не из этого века. Но я верю, что есть на земле люди, которые уплотят. Да, их будет мало, но честь им будет стоить всего. И за чистое сердце они отдадут все. Развелось сейчас. Не успел с кем-то поговорить. Он уже из себя что-то ставит. С кем-то сделал фотку. Я сейчас боюсь фотки сделать с кем-то. Не фотайте меня. Не фотайте меня. Кто его знает, где она выплывет, потом это фотка. Твоим именем пользуются, на тебе строят. Мое имя мне стоило, строй свое имя. Мое имя мне стоило. Даже мои враги ненавидят меня, и есть за что. Я заработал ненависть, а ты? Не-не-не, ты. Я заработал, это моя ненависть, не трогай. Я тебя ненавижу, спасибо. И я тебе тоже спасибо. Заработал. Моя ненависть стоила мне моих принципов. Моя ненависть для меня, ненависть людей, религии, ненависть дьявола, она стоит для меня чего-то. Это значит, я на чем-то должен стоять, чтобы заработать врага. Враги в нынешнее время дефицит. Они мои, не трогай. У меня их достаточно, я знаю. Я за них уплатил. Ну, таких проповедей ты точно не слышал, гарантирую. Мои враги не трогай. А что ты, я по Библии говорю, написано, благословляйте врагов. Это значит, храните. Если кто-то гонит на твоих врагов, то у тебя, ну, иди отсюда. Что ты на моих врагов гонишь? А мои?
Маньи. Иди, иди, ищи своих, и гони на своих. Что ты гонишь? Благословляйте гонителей ваших, чтобы они продолжали гнать. И... Да. Все нормально, я люблю. Все по Библии. Смотри. И когда человек терял честь, он терял все, и зачастую даже собственную жизнь. Когда человек в древние времена, когда он говорил что-то и не исполнял, он расплачивался за это чем, церковь? Жизнью. В древние времена, дорогие мои, я читаю историю, я смотрю исторические фильмы, и меня удивляет честь, которая была хотя бы 200 лет назад. Честь. Люди могли прийти к тебе домой, взять у тебя молоко, хлеб, корову взять. И сказать тебе, я за все заплачу, и тебе не надо никакого доказания, потому что ты знал, что лжи нет. Я приехал в Америку, дорогие мои, 20 с чем-то лет назад. Я еще попал в то время, где машины были не замкнутые, и ключи торчали в зажигании. Я это видел. Потому что никто не верил, что кто-то из моих друзей, соседей, может даже подумать залезть в мою машину. Я приехал в Америку, я вам честно говорю, я не говорю, поверьте, она сейчас испохабилась до ужаса. Я не об этом. Знаете, нашего президента. Я не политик, но иногда передергивает. Человек, который попрал все, на чем страна строилась. Аминь. Аминь. Я проповедник, я. Политик. Страны гибнут, потому что становятся нечестивцы, попирая принцип. Народ ненавидит народ не потому, что народ что-то сделал, потому что во главу стала гадость. Церковь, а вы любите друг друга. Украинцы, любите русских, русские, любите украинцев. Я умоляю вас, это не твоя битва. Нам запрещено ненавидеть. Запрещено. Нам разрешено ненавидеть только грех и источник греха – сатану. Все. Из-за ошибок президента я никогда не буду ненавидеть народ, который у него нет выхода, он под ним. Точка, 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 точка. О, это все принципы, это все честь, это все туда, это все оно. Одно слово, сказанное человеком чести, решало судьбу всей страны. Удостоверения не надо. Скажи только слово, и мне достаточно. Я тебе верю, потому что ты личность чести. Я верю. Все. Я верю, что... Настанет время, когда рядом со мной будут стоять люди, которые не предадут меня, не будут пользоваться мной, которые не будут пользоваться тем, за что я заплатил кровью своей, которые не будут плевать в меня, когда я их так долго любил. Я верю, что настанет время, где люди будут иметь честь знать, где твое, а где не твое. Люди будут знать, за что уплатил ты, а за что они не уплатили, чего можно касаться, а чего касаться нельзя. Честь, церковь, честь, честь, чистое сердце, величие, честь. О, как непопулярны действия в тайне. Все хотят вот это, вот, вот. А за шторы? А меня не видно. Матфей 6.6, смотри. Матфей 6.6. Ты когда молишься, войди в свою комнату
и затвори за свою дверь, помолись Отцу своему, который в тайном месте присутствует. Твой папа живет в тайне. Ты хочешь настоящего Бога. Он не на сцене перед камерами. Сцена и камера – это последствия моего тайного хождения с Ним. Не ходи блудно вслед кафедры, сцены и зала. Потому что ты не знаешь, сколько было интимных взаимоотношений в тайной комнате, чтобы это стало реальностью. По крайней мере, для меня. Окей. Но мы же того не видим. Вот я здесь, на этой конференции, чтобы только говорить о тайном. И все. Всю конференцию, все три служения. Только о том, чего не видно. Помолись Отцу, который в тайном месте присутствует, и Отец твой, видящий тайное, видящий тайное, видящий тайное. Что? Воздаст тебе явно. У нас наоборот все. Отец, видящий меня, явно воздаст мне еще явнее. Угу. О, какой я. О, мы так не... Никто не хочет взять пост 40 дней, сгинуть с лица земли, чтобы тебя никто не видел и не слышал, и быть с папой. Даже если я пойду в 40-дневный пост, Бог мой, все будут видеть, как я худею на Инстаграме. День 40. Бог мой, я так благодарю Бога, что я проходил свою пустыню, когда не было ни Фейсбука, ни Инстаграма. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Что некоторых мне жаль. О, Господи, душа моя стенает. Заткнись. Стенай в одиночестве. Чуть ли полмиру читать. В последнее время разводится куча служителей-гаденышей. В последнее время... Завет происходит по выгоде. Пока этот человек мне выгоден, до тех пор у меня с ним и отношения. У нас отношения с вами должны строить не на выгоде, а на одном духе с нашим Отцом. Я люблю тебя, потому что Он умер за тебя. И моя любовь должна возрасти к тебе настолько так же сильно, как любовь Иисуса Христа к тебе. И если понадобится, слушайте сюда, если понадобится... Я могу даже отдать свою жизнь за настоящих друзей. И не за всех, за настоящих. Кто-то понимает, что такое завет? А у нас наоборот. Господи, его забери. В жертву, благую и угодную. Я возлагаю на него руки и говорю, это всесожжение для Господа. О, мы можем быстро промаливать наших братьев на смерть. Как насчет себя? Еще не мое время. Как Иисус. Не настало время мое еще. Пришли его взять, и он скрылся от них. А когда его диакона спросили, что ты сбежал? Он говорит, время мое не настало, братья, еще. Настало. Поэтому за тобой и пришли. Чтобы проверить твои налоги, пастор. Да. Ну, поверьте, я еще в финансовую структуру не залазил. Боже мой. Там же одна правда и истина. Смотри. Дорогие, запомните, сейчас битва идет не за чудеса и знамения или духовное проявление, а за честь, принципы, стандарты неба, за величие личности. Смотрите, первое подделать можно. Вот смотри, первое подделать можно. Можно подбросить камни, и это мы видели. Выдернуть у птицы пару перьев, сфотать и сказать «круто». Обмазаться елеем, сказать «блещу во имя Христа». Сказать, что я выздоровел, когда ты не выздоравливал или даже еще и не болел. Я здоров. Ну да, это правда. Ну, проблема в том, что ты не болел. Ну ладно, это отдельная глубина. Некоторые говорят, ой, и так можно, да? Да.
или как новость. Дорогие, как, я таких причуд в своей жизни видел. Говорит, пастор, я здоров. Я такой думаю, ну пошли свидетельства. А потом говорю, а чем ты болел? Он говорит, а ему просто хотелось сфотаться. Ему просто... Ладно. А он всегда здоровый был. Его жена подходит, говорит, он не болеет, он здоровый как пёс. Слушай, скажи честно, что хочешь сфотаться, и все. Что ты, у меня свидетельство. Ладно, тоже честь нужна. Смотри, придумать историю посещения ангелом. Ко мне пришел ангел, и все... А он там колес наглотался, как Малоний. Когда болел. Пришел ангел, да это доктор был, доктор в белом халате. Успокойся! Он возложил руку на сердце мое, да он прослушивал твое сердцебиение. Что повелишь мне делать? А он подсунул и говорит, какать. Ты под таблеткой, это все показалось, окей? Это просто доктор пришел прослушать сердце и подложить утку. Радость, радость, аллилуйя. Это можно подделать запросто. И доктор ангелом будет, там что хочешь. И ты скажешь, я освободился. И доктор скажет, молодец. Еще чуть-чуть. Пришел ангел, возложил руку на сердце и сказал, будь свободен. Это больница. Там таких, как ты, много освобождаются. И этого ангела зовут Михаил Петрович, кстати. Все эти истории, все эти посещения ангелами, Бог мой, сколько я слышал этой пурги. Но я не вижу подтверждения этому в чести человека, в его величии. Когда с кем-то говорил Бог, на тебе Бог сидит. На тебе из тебя Бог источается. Не надо мне делать Бога дешевым. Со мной Бог говорит каждый день. Я на небесах каждый день. Ты говнюк такой же самый остался. Ты только один раз попадешь туда, к нему. Ты будешь другим. Дорогие мои, ко мне один раз. Я на небе не был. Я в аду не был. Ко мне один раз зашел Иисус. Мое ДНК изменилось. Все изменилось. Я себя не узнал. Мой характер изменился. То, что хотел, не хочу. За несколько часов встреча с Иисусом. Ни я никуда не уходил. Он просто пришел в мою комнату. Дорогие мои, я знаю, когда Иисус приходит, все меняется. Когда Он тебя обнимает, на тебя перетекает Его честь. В тебе остается что-то сверхъестественное, что видно. Даже невооруженным взглядом я могу побыть человеком, и я могу знать, был ли он с Богом, или он просто гнет. Все были с Богом, все были на небе, все были в аду, все видели. Это такое стало дешевым. Этих книг развелось столько, и они все друг другу противоречат. Боже мой! Я уже не знаю, какой книге верить. Тайм Майкл Джексон в аду, тайм Майкл Джексон в раю. Где Майкл Джексон? Господи, открой мне! Я не пришел сюда о Майкле Джексоне узнавать церковь. При всем моем желании страшном знать, где он, я не для этого здесь.
совсем чашься, какие скорби будут. Мне уже скорбно за тебя сейчас. Но второе, вот первое подделать можно, да, вот чудеса, все это, все подделать, придумать, написать книжку, добавить, прочитать чью-то историю. Так зачитаться каким-то автором, что поверить, что это ты. И такое видели. Первое подделать можно, а вот второе подделать невозможно. Принципы или есть, или их нет. И это всеми видно по плодам. Принципы не видно, но их видно по результатам жизни. Ты к этому человеку подойдешь? Знаете, почему люди принципов, люди чести иногда, не иногда, часто раздражают? Потому что когда ты подходишь узнать твой ответ на твой вопрос, в принципе, ты ответ на него знаешь. Нет, вот этой глубины, наверное, никто не понял. Никогда не задают вопрос, когда не знают. Я задаю вопрос, потому что я знаю ответ. Я просто хочу услышать пророк, который скажет, ну, по-другому. И люди чести, он тебе скажет, слушай, пастор, ну, у меня такое положение. Знаете, подходит человек и говорит, пастор, мне нужно выписать, там, знаете, налоги заплатить. Ну, у меня не на что есть, у меня не... Ты понимаешь? Слушай, в таком случае нужно платить налоги? Нужно. Пастор, ты не понимаешь меня. Ты понимаешь, вот и у меня вообще нет ничего. У меня даже вот последний, вот я доехал сюда к тебе, вот на последней капле бензина, слушай. И вот у меня в руке вот это вот. И мне нужно этот налог заплатить. Мне нужно его платить. Нужно платить. Нет, пастор, ты не понял. Давай помолимся вместе. Я знаю, куда ты гнешь. Я знаю, куда ты идешь. Моя жалость не вмешивается в истину Бога. Я не дам моим чувствам конфликтовать с Божьей истиной. Ну, из-за того, что мне тебя жалко, и у тебя нету бензина. Слушай, я смотрю на это так, а у некоторых нет машины, поэтому радуйся, что у тебя есть машина, хоть она и без бензина. Аллилуйя! Нашелся, поплакал мне тут. У меня нечего есть, говорю, время поститься за истину. У меня в доме ничего нет. Слава Богу, значит, купишь что-то хорошее. Аллилуйя. Твой пес больше знает о твоем паршивом характере, чем ты. Потому что твой пес пережил гнев твой, когда вовремя не ушел с дороги. Ты весь зашел такой распомазанный с работы, колесо пробили там на дороге, на светофоре обматюкали. И здесь лежит твой тузик, виляет хвостом. И ты заходишь, блин, туз, на тебе, тузяра, и тузяра бедный. В следующий раз ты приходишь домой, а туз уже там где-то, знаете, с раздевалки смотрят там, думают, вилять, не вилять, потому что в прошлый раз хвост отбил. Твой пес знает о твоих принципах. Он знает, ты человек чести или ты псих. Я могу зайти в твой дом и по твоим животным увидеть, они счастливые или нет. Там лежит блохастый пес. Прячется где-то в углу. Кот там где-то в коробке за шторой. Счастливая семья. Золотая рыбка всплыла. Неделю назад. А мы на миссионерские поля едем, аллилуйя. Покорять страны для Бога. Вау. Смотри. Дорогие мужья, вот честно, если вы пообещаете вашим женам, что вы им не дадите в морду, спросите у них, что они о вас думают. Вот просто посади ее и скажи, родная, любимая, не буду ни бить, ни денег меньше не буду давать. То есть я, вот как было, так и будет. Просто честно скажи мне, кто твой муж? Твоей жене надо неделю набраться смелости, потому что
или смелости, или информацию накопить. Она скажет, можно? А что, можно, да? Ну тогда садись, тварь! Жены, пообещайте, что дадите мужьям ночью и борщ сварите. Пусть муж тебя посадит и скажет тебе. Скажи, родной, я ночью позабочусь о тебе вечером. Борщ сварю, пирожки сделаю, любимые твои беляшики сделаю. Просто вот честно, вот я сейчас сяду, ты мне все расскажи про меня. Какая я женщина, жена? Я прикидываю, как он обрадуется. Что, можно сказать, и ты этого? Можно потом, да? Дашь, да? Да ты не жена, ты золото. Ну, потом золото будет. Сейчас я тебе расскажу, кто ты. Дорогие мои, ну должен же быть кто-то, кто честно скажет, кто я. Вы знаете, шутку недавно с ребятами ехали в автобусе, там читали, знаете, в машине их читали. Написано, самые лучшие друзья – это родители. Потому что за спиной говорят о тебе хорошее, а в лицо говорят, какой ты говнюк. Знаете, цените родителями. Ты не вздумай на моего Тимошеньку ничего говорить, он золото. Ах ты ж тварь такая! Цените, мам. Уж это единственный честный сосуд. Ей терять нечего. Она тебя любит любого. Аллилуйя. В последнее время нам не нужно восстановление чудес, знамений, исцелений. Нам нужно восстановление чистого сердца, чести, принципов, стандартов, величия. Нам нужны пасторы и апостолы чести. О, Иисус, дай, дай, Бог, подними это поколение. Я верю, это все для чего я здесь. Я не здесь, чтобы тебя забавлять, хотя это часть тоже. Я считаю, это неплохо. Но между этим еще будет месседж. И я верю, что вот одна из миссий моих главных-главных миссий, не только реформация, трансформация мышления, личности, изменения, но и также передача чистого ДНК. Просто вот честь, передача чести, пообещал, сделал. Сказал, буду. Стал рядом, это значит до конца. Если я за тебя сказал, что ты мой друг, это значит настолько важно в глазах всех, потому что я не говорю насчет людей, что они мои друзья. А если говорю, это реальность. И если я назвал тебя другом, Бог мой, это навсегда. У меня на Фейсбуке 3000 друзей. Ох ты мой популярный. Интересно, и сколько с ними ты затусовался вчера вот-вот? Друзья. Телу Христа нужны личности без корысти. Без корысти, без корыстные люди. Сейчас я подойду к моей истории, после которой будет очень серьезная молитва. В 2000 году развалилась моя церковь, которой был я пастором пару лет. И вы знаете, я знал, что у меня есть талант, дар слова, дар откровения. Я это знал, это люди говорили, жизни уже менялись еще тогда. Но мое сердце абсолютно не было готово, оно не было синхронизировано с моим талантом. Все понимают, о чем я говорю? Есть талант, есть ты, это две разные вещи. Поэтому, когда вы видите талантливого человека, иногда его бояться надо. Потому что иногда, когда ты познакомишься с его талантом, это аллилуйя, а когда познакомишься с его сердцем, бежать хочется. Поэтому будь очень аккуратен, всегда знай, есть он и есть что-то в нем. И иногда то, что в нем, привлекает к нему, а там, держи меня. И вот примерно в 2000 году я выглядел вот так.
люди подходили ко мне, потому что их притягивало то, что во мне. Но, честно сказать, я был отвратителен даже сам себе, потому что Бог мой вонял. Вонял. Вонял так, что смердело не только моей жене, моему коту. Будучи предельно искренен с вами, я не играю роль, я не набиваю себе рейтинги, они меня не интересуют. И то, кто меня поставит лайк или нет, абсолютно не имеет значения. Я здесь для одной единственной цели – поднять чемпионов. Все, будет три, моя миссия закончена. Не имеет значения. Когда развалилась моя церковь, Бог мой, моя жена знает, что я творил, чтобы вернуть. Вы знаете, что человек может даже каяться с нечистыми мотивами, чтобы только вернуть то, что он потерял? О, это был я. Я был сертифицированный покаятель ради выгоды. О, дорогие мои, вы знаете, что есть гады, а есть сертифицированные гады. Вот я был гад с сертификатом. Это значит, я могу пасть и сказать, хо-хо-хо-хо, не уходите. И думать, вот только они не уйдут, мы сделаем. И я делал все возможное, чтобы вернуться в церковь. Я приезжал. Вы знаете, у меня была способность прийти в церковь, которая была развалена. И не шучу, свидетель моя жена, вот она сидит за несколько месяцев. Забитое здание людьми, молодежное, превышало воскресное служение. За несколько месяцев забито, люди просто валили услышать, что я хочу сказать. И я на этом играл. Дар есть. Ну еще что, я немножко говно. Дар есть. И я знал, потому что ко мне Иисус пришел. И, дорогие мои, я помню, когда Он взял меня, и в меня втекли Его откровения. Я помню, как я наполнялся Его славой. Я спрашивал, что это? Он говорит, это мои откровения в тебе до конца твоей жизни. И эти откровения будут менять мышление и жизни нации. Это Он мне сказал. Я это не придумываю. И я это знал, будучи гаденышем. И ко мне приходил Иисус. Знаете, как отвратительно, когда тебе приходил Иисус, а ты гад. Вот это я. С сертификатом, золотой медалью. Но Иисус-то знал, что Он проведет этого гаденыша через свою дорогу. Этот гаденыш уплатит свою цену. О. Ты хочешь слышать эту историю? Послушай, я ее нигде не рассказывал, вы первые ее слышите. Даже если моя церковь сейчас слушает, они слушают. Они ее тоже сейчас первый раз слушают. Вот. Эту я историю приберегал. Я всеми силами пытался вернуть, что я не делал. Крутил колесики, кался, я даже постился. Неделями. Дорогие, вы даже не понимаете, что может человек с амбициями и с нечистыми мотивами. Он может поститься по 40 дней. Не верите? О, дорогие мои, поверьте, это нужно быть взрослому, чтобы знать, что можно молиться, поститься, каяться и продолжать оставаться протухшей, гнилой субстанцией. Потому что все, что ты делаешь, изначально имеет нечистый мотив. Неважно, что ты делаешь. Мы привыкли смотреть, что он делает. Я научился задавать правильный вопрос, для чего он это делает? Для чего она здесь играет? Для чего он здесь играет? Для чего я здесь стою? Чего ты сюда пришел? Мне не надо. Что? Меня давно не... Я взрослый, чтобы знать, что уже не волнует. Зачем? Зачем? Я тоже я не задумался, зачем. Я тебе расскажу сейчас, зачем. Поэтому я здесь. Послушай. Я пытался сделать все. Я рулил, я рычаги давил, я делал все возможное. Это и пасы. Жена знает, сколько я постился.
эти молитвы. Я, Бог мой, звонил, приезжал к людям. Я только приехал в одну церковь, там вырастил зал полный молодежи. Пастор, и бедненький пастор испугался, быстро меня из членов удалил. Он же испугался, эта церковь молодежная перерастает его маленькую воскресную. Опасная личность ходит по земле. А я говорю, еще чуть-чуть. И заделаем эти дядя. Талантливые гаденыши, они особо гадкие. Он знает, что он умеет играть. И он знает, что ты знаешь, что он умеет играть. И он знает, что ты ему нужен. А? Конечно, здесь такого не бывает. Это я где-то в своем миру живу, это только там у меня пересекаются такие люди. Тут нет таких. Не верю. Вижу ангелы. И вы знаете, когда я психовал, дергался несколько лет, я сходил с ума с 2000 по 2004. 4 года психопатского движения. Я побывал в стольких церквах. Жена уже плюнула, как делает, что хочешь, и осталась дома. А я, как Дон Кихот Ламанческий, Санчо Панса, идем покорять эту религиозную церковь, аллилуйя. Оттуда иди, идем следующую покорять, аллилуйя. Это моя история, это истина. Если хотите узнать, вот сидит, вон, доказательство, он сидит, поет здесь. Она знает, о чем я говорю. С 2000 по 2004 я покорял Вашингтон для Шабалава. Во мне хрени много было. До тех пор, пока Отец Небесный не выдержал. И он сказал, тебя ненавидят уже те, которые тебя любить должны. Говорит, ты добился таких успехов, на которых еще никто не добивался, аллилуйя. Бог задал мне несколько вопросов. Это был момент, я помню, это было все. Я помню тот день моей смерти. Я его называю как угодно. День смерти, день прозрения, день не знаю, воскресенья. Там, все вместе было в тот день. Я сидел в той темной комнате, около своей тумбочки. Все было зашторено, и я просто валялся, Я просто Господу изливал, Господи, ну что, я все перепробовал. И Бог говорит, ты знаешь, ты даже меня удивил, ты точно все перепробовал. Да, истина. Я везде был, Бог говорит. Где только тебя не носило за эти 4 года. Бог задал мне, вы знаете, но почему Бог не говорил мне от 2000 до 2004? Мое сердце не было способно слушать. Некоторым из вас Бог не говорит, вы не способны слушать, вы еще. Так, что делаем сегодня? Играем. Бог ждет, когда наиграешься, напроповедуешься, наваляешься, ногами надергаешься, набарабанишься, напсихуешься за кафедрой. И потом, когда все психи, Бог говорит, о, назначаем appointment, встречу. Знаете, таких психов, как я, их только надо так, только подождать. Ну что, остановить это не в силах даже Бог. Потому что я же по воле Бога делаю. Как Бог может меня остановить, если я почти Бог? Ладно. И Бог просто так, ангелы, отойдите, отойдите. Не мешайте. Пусть продвигается к мечте. И когда я помню ту темный угол, я просто валялся. И Бог задал мне несколько вопросов. Вы знаете, Бог умеет задавать вопросы. И Он задал их тогда, когда я мог слушать. Потому что честно, не осталось ни одной нажатой кнопки, не осталось ни одной промоленной молитвы, не осталось ни одной церкви, которой не было, и не осталось ни одного пастора, которого не распсиховал. Другими словами, если бы этот вечер была еще одна опция,
я бы ее сделал. Но я просто физически не был. Я сказал, Бог, я все сделаю. Он говорит, да. Вот теперь я тебе могу что сказать. Ну, некоторые из вас в процессе. Поэтому Бог вам в помощь. Не зовите, окей? Я подальше буду держаться, пока вы там в славе будете. И пока вас никто не признает, аллилуйя. Ты весь такой непризнанный. Смотри. Бог задал мне вопрос. Ради чего ты это все желаешь? Зачем ты это хочешь? Для кого ты это делаешь? Три маленьких вопроса. Для чего? Зачем? И для кого? Я не мог ответить день. Всякий раз, когда я приходил с ответом, и вы знаете, когда Бог что-то начинает тебе говорить, это не выходит у тебя с головы никак вообще. Ты с этим просыпаешься, ты с этим ложишься, и у тебя просто этот вопрос висит. Зачем? Для кого? Почему? Куда? Зачем? Я сижу, и вы знаете, это меня начало доставать, потому что мне пробилось что-то вот здесь, и я думаю, слушай, а действительно, зачем? Господи, это для тебя же. Он опять продолжает задавать вопрос следующий. А зачем? Я говорю, ну, тебе же надо. Он говорит, зачем? Я говорю, ну, Царство Божье должно распространяться. Он говорит, зачем? Слушай, действительно, а что должно Царство Божье распространяться? При чем тут я? И вы знаете, до тебя просто потихоньку приходит реальность. Почему ты это все делаешь? Ну, Господи, у меня же талант, это ж ты мне дал для тебя. Слушай, единственное, я все харизматические фишки, все, что мог придумать, все исповедалки, которые мне говорили, все исповедал, все вымолил и все ему даже из псалмов прочитал. Страдает душа моя, Господи, стенает по тебе. И Бог говорит, не, врешь. Вы знаете, когда ты говоришь с Богом, никого нет, роль играть не получается. Потому что если тут был человек, я бы сразу осанку другую сделал, сказал, аллилуйя. Страдалец Христа. Равняйся, смело! И Бог мне продолжал задавать несколько недель, а то он тем же вопрос. Зачем? Как только я придумывал ответ «зачем?», продолжался опять следующий вопрос. Зачем? Для тебя зачем? Чтобы царство распространялось, что я сам не могу. Зачем? Ну, я же часть тела. Зачем? И вы знаете, я дошел до сумасшествия. И вы знаете, Бог специально это делал, чтобы... Вы знаете, Бог знал ответ. Ответ не знал я. Послушайте. Проходили недели. Я не мог ответить на этот вопрос. Точнее сказать, все мои ответы имели в себе корость, зависть, желание кому-то что-то доказать, обиды или прославить себя. Все понимаете, о чем, да? Все мои ответы упирались в меня, в мое, во мне, ко мне, насчет меня и потому, что я. А Бог говорит, а ты можешь ответить что-то, где тебя нет? Я такой, слушай, а если меня нет, а кому оно надо? Бог говорит, о, мозги включаются. Говорю, я так говорю, да кому это все надо? А Бог говорит, да вот в натуре, кому это все надо? Кому это надо? Смотри дальше. У меня был уникальный разговор. По прошествии долгого времени, когда я дошел до настоящего ответа, слушайте меня, родная семья, ради чего и зачем я это желаю, я понял, что в действительности я ничего не хочу. Все, что было в мое сердце, стало гадким и противным, отвратительным даже для меня. Я хочу тебе задать вопрос. Зачем тебе то, что ты хочешь? Я проповедую. Ты говоришь, Бог не может кого-то разбудить и сказать то, что ты якобы сказал бы ему? Чтобы народы каялись. Да Бог может всех сейчас положить спать, и они проснутся покаявшимися. У меня были случаи, люди ко мне приходили, они говорят, Андрей, Иисус пришел.
И я дал ему мою жизнь во сне. Я проснулся рожденным свыше и сразу нашел вас. Ты скажешь, а это что? А это Бог. Для него не важно, спишь ты или отдыхаешь, или гуляешь, или ты в коме. Он может прийти, когда он хочет. Он властелин в реальности и за реальностью. Времени, вне времени, он хозяин. Ну или народы покаялись. Да Бог все это сделал только по одной причине, чтобы чего-то достичь в тебе. Другими словами, Бог сделал конструктор, который нужно собрать. Если честно подумать, то конструктор не надо было и создавать, чтобы его рассобрать. Для некоторых это займет целый месяц, чтобы понять только, что я сказал. И молитву с истолкованиями. Бог знал ответ на этот вопрос. Проблема была в том, что я его не знал. В процессе поиска ответа в 2004 году, дорогая моя семья, Дух Святой вырвал всю корость из моего сердца, и в моем сердце включилась честь, во-первых, по отношению к самому себе. Уникально то, что прошли несколько недель, и когда я встал от этого полного опыта, я сказал, знаешь что? Я ничего не хочу. А спасать народы не хочу. Дорогие мои, вы знаете, что даже мои чувства не имеют права вмешиваться? То, что ты хочешь и не хочешь, не имеет права вмешиваться в волю Бога. Некоторые из вас до сих пор не понимают, о чем я говорю. Я еще расскажу. Твое желание спасать или нежелание спасать не имеет в глазах Бога никакого значения вообще. Иисус зашел в Ефезду. Дорогие мои, вы думаете, Иисус не был любящая личность? Любящая. Вы думаете, его присутствие не могло исцелить всех? Одно присутствие. Почему он исцелил только одного? Одно. Нет, вот воля Божья, чтобы все исцелились. Нет, воля Божья, потому что это воля Божья, потому что он хочет, чтобы только исцелился один. Вы знаете, наши теории, наши все теологии рушатся, когда включается воля Бога для тебя. Я хочу то, что хочет Он, и ничего больше не хочу. Ты хочешь за меня молиться? Не хочу за тебя молиться. Ты безжалостный, ты даже не представляешь какой. И именно эта безжалостность поставила меня именно сюда. Потому что именно моя бесчувственность, безжалостность и абсолютное отторжение от моих душевных чувств к тебе. Я могу говорить и делать то, что я должен, и только то, что я должен. О, три человека поняли, о чем я говорю. Воздай славу Богу. Это, наверное, немножко тяжелее, чем обычно. Мы ждем здесь. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. И я вас успокою. Ты умрешь, успокаивая труждающихся обремененных. Бог поставил тебя исполнить одну функцию и одну только, и не суй свой нос в чужие. Африка умирает. Пусть умирает. Война идет. Люди от голода умирают. А что мне пойти им сосиску купить? Ты безжалостный. Аминь. Поэтому Бог и доверяет позицию безжалостным людям, которые безжалостно... Нет, церковь не доросла до истины. Но. Я хочу, чтобы тело Христа меня поняло. Вот сейчас, если ты выключишь душу, которая мешает тебе меня слушать, ты поймешь меня духом. Ты поймешь, почему Бог сказал Саулу идти убить мужчин, женщин и детей. Бог безжалостный к телам, да. Нет. О, как нам много нужно познать о Боге. Вы знаете, мы не хотим слышать, что Бог там кого-то убил. Потому что наше понимание жизни абсолютно не имеет того понимания, что Бог понимает о жизни.
А эта нация была нация смешанная кровь, и она не могла находиться там. И даже дети были кровосмешанные с демонами. Вся нация должна была умереть. Они не могли оставаться жить на земле, потому что мы с вами видим маленького мальчика. А Бог видит из маленького мальчика монстра, нацию, миллиарды, которые вырастят и сожрут все поколение и планету. И мы с вами делаем наше решение на маленькой тюзечке. А Бог говорит, а я сохраняю нацию в 2000 лет вперед. И я не имею права включать свои чувства, когда я на миссии Бога. О. Я не имею права. Мои чувства, они закрыты, когда я здесь. Потому что, а вдруг он скажет мне сделать что-то абсолютно бесчувственное. А вдруг, как Смиту Вигельсфорту, нужно взять двухлетнего мертвого мальчика и швырнуть об стену со всей силы. Мертвого мальчика. И он упал, ударился и начал плакать и ожил. А вдруг что-то он скажет. И все говорили, ты бесчувственный. Он говорит, да. Говорит, может быть, у меня и нет чувств. Но, говорит, он воскрес. Вам лучше нежно любя похоронить? Или жестоко воскресить. О, церковь! А мы хотим все вот так. Наша душа всегда будет мешать нам исполнить волю Бога. Если ты хочешь знать, если ты хочешь исполнить реально волю Бога, дорогие мои, первое, что Бог сделает, Он заберет у тебя чувства и желания ко всему, к злому и к доброму. Не поняли. Хорошо, я верю, Дух Святой объяснит это чуть попозже взрослым людям. Смотри. Я даже помню ту комнату, тот темный угол, где умерло мое «я», где умерли мои фразы, которые жена продолжала слушать. «Если не я, то кто?» Помните вот это все? Если не ты, то Бог, сгинь. Если не я, вот я, пошли меня, пошел отсюда. Успокойся. Он сказал, вот я, пошли меня, после того, как прикоснулся уголь, он очистился и увидел миссию Бога. И он сказал, я здесь. И он сказал, я поставлен разорять, разрушать, искоренять. Кто помнит это? Нет, мы не помним это. Мы помним насаждать, поливать, любить, нателевать. Нам только вот эта часть Евангелия нравится, а там написано, нет, искоренять, губить. Это пророк говорит. Что это за Бог такой? Так вот, пора встретиться с живым. А не с религиозным вариантом засюсюканного Бога. Я, набравшись смелости, слушайте меня, что я сделал. Дорогие мои, я сейчас скажу что-то, что некоторые из вас не поверят, что такое можно сделать. Я это сделал. Потому что в тот момент, когда умерли все чувства и все желания, я только тогда я смог это сделать. Смотрите, что я сделал. Я, набравшись смелости, сказал Богу все. Смотри, что я сказал. О, я тогда познал что-то. Я познал что-то вне чувств. Я вышел из чувств и увидел истину. Истину без души. Мы с вами всегда видим истину, включенную с душой. И у нас всегда какие-то эмоции присоединены к истине. Бог говорит, убери эмоции. Истина. Истина, она бесчувственная. Кто-то понимает? Истина бесчувственна. Она истина и все. Она не хорошая, не плохая, она истина.
Истинно творить волю Бога. И иногда это вообще не проповедовать. Иногда это встать и стоять. Вопреки всем желаниям не молиться. Я набравшись смелости сказал Богу все, что я действительно думал о себе. О, Боже мой, как я себя благословил. Я так набрал. Сейчас я, Бог, тебе скажу все, что я думаю о себе. Какая я дрянь и засранец. И я Богу честно сказал, Бог, я же протухшее дерьмо. О, христианские уши не способны слышать моей праведной молитвы, да? Я Богу сказал, Бог, ты хочешь использовать вот эту гадость? У вас был момент, когда ты встретился лицом к лицу со своей собственной заразой, которая живет внутри тебя. И ты сказал, вау! Ты ее перестал отмазывать, ты просто ее вскрыл и сказал, вау! И ты больше не прятался и сказал, Бог, я это не хочу. Я это не хочу! И Бог говорит, сынок, наконец-то я довел тебя до того, чтобы ты честно глянул на себя. До тех пор, пока ты отстаиваешь себя, выгораживаешь себя перед собой, уговариваешь себя для себя же, забудь, даже мысль пусть выйдет у тебя из головы, что Бог тебя употребит для чего-то. Выкинь это. Ты должен быть честен по отношению к себе первому. Что сказал Исаия, когда встретился с собой? О, Боже! Кто? Продолжаем. Я человек... Живу среди народа. Я засранец, живу среди засранцев. Современный перевод. Я не могу слышать, засранец говорит. Хорошо, иди, 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 иди. Засранец. Мои святые уши, поющие в хору, не могут слышать шаповаловских ересей. Но что ты сюда пришел? Оттянет, да? Тянет? Оттянет. Голова психует, а дух говорит сидеть. Голова говорит, ой, Господи, а дух говорит, ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Голова говорит, а дух говорит, ам-ням-ням-ням-ням-ням. О, я помню, когда я конфликтовал с собой, когда говорится истина, моя праведная голова пытается все оправдать, и я сам психую внутри себя, а внутри дух меня сидит и говорит, заткнись, тварь, слушай, что говорят. И я сижу внутри меня там непонятно. То я улыбаюсь, то я плачу, то я сам себя в морду бью. То... Ты не меня не ненавидишь, ты ненавидишь то, что живет внутри тебя. И оно конфликтует с тобой же. Ой, он такой хороший. Ой, я вот так люблю. Ой, такой, ой, да, это меня так коснулось. Ой, какой я это слышать не могу. Это не я, это ты. Это у тебя там где-то война внутри. О, аллилуйя, вторая бутылка – это помазанное служение. О, Иисус! Это бывает редко. Я всегда говорю, это уже благодать на благодать. Так, я скоро закончу, терпите. Я, набравшись смелости, рассказал Богу все, что я действительно думал о себе, честно признался. Об огромной куче мусора в моем сердце. Я честно сказал ему, насколько я противен себе самому. И даже попросил его не употреблять меня. У кого-то была такая молитва? Бог, я такая гадость, что я умоляю тебя. Вот это не трогай! И вы знаете, о, нет, тут святые, да? Ну, извините, грешную душу. Прощай, прости. Смотри, я понимал, что у меня был дар слова и откровения, но все это находилось в гнилом сердце, полном корости, гордости, зависти, хвастовства. Из-за моей любви к нему я решил сделать следующее. Слушай меня.
И я тебе это говорю сейчас, но тогда я подписывал собственный смертельный приговор. Слушай, об этом я нигде не слышал, не читал, об этом, про это оно просто вырвалось из моего существа, из духа вырвались вот эти вещи. Я сказал, что приношу для Бога в жертву прямо сейчас мой дар, мое призвание и мое помазание, которое я знал, что я имею, ради одного, чтобы Бог дал мне чистое сердце, научил меня чести и дал мне принципы жизни. Я собственноручно сказал: Бог, мои дары, они осквернят тебя, если они не основаны на чести. Мое помазание – это вонь для тебя, если она не для тебя, если она не основана на принципах. Я воняю себе, я только могу представить, как я воняю тебе в своем гнилом сердце. И я собственноручно подошел к нему, встал. Я просто сказал: прямо сейчас я заключаю с тобой завет. И я отдаю тебе все дары, все помазание, все, что я знаю, ты мне дал ради одного. Дай мне чистое сердце. И я попросил настолько сильно. И знаете что? Я имел в виду, что я просил. Этого до меня никто не просил. Это я нигде не слышал. Я не читал даже, что можно меняться. Я даже не знал. Оно вырвалось из духа. Это было общение с ним. Я говорю: я не хочу. Я хочу быть человеком чести, и меня не интересуют мои дары, слово, помазание, мои откровения, которыми забита моя голова. Я воняю себе. Именно тогда, в 2004 году, я знал, что меняю все на чистое сердце и честь. Именно тогда я понял, что без чистого сердца и чести мой дар – это вернейший путь самоуничтожения и уничтожения других. Если выходит помазанник с нечистым сердцем, это самоуничтожение и уничтожение тех, кто рядом с ним, потому что он плодит по роду и по подобию своему. Вот почему мы видим так много заразы, нечисти и похотливых вслед кафедры славы Бога людей. Вот почему с тобой общаются, чтобы бортануть тебя и сказать: ха-ха-ха. Вот почему с тобой идут в любой завет и контакт, чтобы просто попользоваться тобой. И Бог говорит: я отвергаю это. Я хочу людей чести. И я сказал, знаете, что я сказал? Я тогда понял, что чистое сердце дороже всех талантов. Я тогда понял, что чистое сердце, я понял, что у меня есть талант, и этот талант мне мешает. Кто-то понимает, что талант может мешать? Мешать быть с Богом, потому что ты талантливый, тебя приглашают. Ты умеешь петь и играть. И тебя приглашают и здесь, и здесь. И ты из-за этого таланта не можешь разобраться с собственным сердцем. Ты умеешь промаливать, молиться, ты умеешь даже откровение сказать, но ты гаденыш. И этот талант, это реальное самоуничтожение. Если бы его убрать, ты бы моментально покаялся и сказал: Бог, но талант мешает тебе. И до меня пришло откровение, что мой дар и талант, слово, знание, откровение мешает мне. И всякий раз, когда я хочу сделать что-то, выпрыгивает мой талант и начинает понтоваться на нечистом сердце. Кто-то понимает глубину того, что я сейчас говорю? Вот я предупредил, вот эта тема для взрослых людей. Я специально оставляю важные вещи на конец, чтобы остались только те, которые сказали: плевать, я остаюсь. Запомни, дар без чистого сердца, без чести – это уничтожение себя и других. Запомни! Пусть это будет красная черта в этой проповеди, в этой конференции. Дар на нечистом сердце, талант на гнилом сердце – это путь самоуничтожения и уничтожения всех, кто вокруг тебя. И честно сказать, никто не может сказать, кто ты, кроме тебя самого. Никто не знает дух человека, как дух, живущий в человеке. Я не знаю, на вид ты такая милашка. Ну честно, я смотрю на тебя, ну одну, ну хочется. Ну честно сказать, ну ты же знаешь, кто ты. Я знаю, кто я. Мы знаем, кто мы. Я точно понимал, послушайте меня, церковь, сейчас послушайте. Я точно понимал, что для меня лучше иметь только честь.
Я это понимал, я не собирался. Вы знаете, у меня игра с Богом закончилась. И я действительно построил жертвенник и сказал, да плевал я на все откровения, когда я дерьмо внутри. Когда я сгниваю, и это дары, они мешают мне покаяться. Вы знаете, сколько сейчас Божьих генералов не могут признаться в блуде, наркомании, гнилье из-за того, что он помазанник? Долой помазание, если нет чистого сердца. Если ты меня понимаешь, а время пришло для церкви услышать эти слова, отойди от всего, потому что лучше войти без руки. Я говорю духовными глазами. Лучше войти без глаза. Я не говорю глаз выколоть. Это говорит о даре. Мы все части тела. Слушайте мне внимательно. Я в теле Христа, часть тела. Знаете какая? Лучше войти в Царство Божье. Перефразирую. Без таланта и дара, чем гореть в гиене со своим помазанным языком. А вот сейчас ты это место услышал, как его интерпретирует учитель, а не диакон, который придумал то, дрочишь руку от трубы. Ой. Да, пусть откровение просядет там. Даже моя рубашка на себе помазание переживая налила. И вот сидит там брат какой-то и доказывает, это вот воруешь, отрубай роченьку свое-то. Че? Вот у нет мозгов. Тогда можно сказать, без мозга можно войти в царство. Это вообще не об этом. Иисус говорил о теле. Лучше отказаться от дара, лучше пастору отказаться от кафедры, чем гореть в аду через грех блуда. Вы все со мной здесь? Все? О, я, погодите, я оставил тяжелое наконец. Это блюдо да заставит тебя там повариться. Я точно понимал, что для меня лучше. Я это понимал, я не говорю тебе сейчас, типа сделай вид, что отказываешься, да Бог видит даже эту вонь. Ты должен подойти и сказать, Бог, все. Ставлю, прибиваю и говорю, не сдвинусь, пока не разберусь сердцем. Ни с ошибками, ни с грешками, ни с поступками, я не говорю об этом, сердцем. Как мы говорили, с источником всего. Но тогда, когда я это сказал, я отдаю все. Вы знаете, когда я произнес эти слова, он мне сказал такую вещь, он говорит, сын, только люди чести могут сказать молитву чести. И я выпал вообще. Я сказал, так что это? Он говорит, все, ты сдал экзамен, ты увидел себя, и теперь... Ты никогда не присвоишь ни кусочка славы моей себе, потому что у тебя была возможность увидеть настоящего себя. И поверьте мне, я знаю, что ничего, я тот же самый грешник, который ничего не имеет и никакой славы ни капли себе не возьму. Сколько бы вас ни подходило, не говорил, благодарю тебя за твою жизнь, благодари меня, потому что я мертвый для себя и живой для него. Если тебя коснулось когда-то что-то хорошее во мне, знай, это не мое. Если ты меня обиделся, прости, я еще в процессе. Я в процессе. Тогда он именно сказал мне, что теперь он может мне доверить часть работы в винограднике. Я не верил, я сказал, Бог, так я уже не хочу. Я честно, церковь, семья, родные, я просто сидел, я просто валялся, я говорю, Бог. Он говорит, сынок, теперь я могу доверить тебе часть работы в винограднике. И говорю, папа, так я теперь ничего не хочу.
у меня теперь есть чистое сердце, оно мне так нравится. Мне нравится настолько чистое сердце, я не хочу ничего делать, я не хочу, отец, честно, не хочу. Он говорит, сынок, так вот теперь надо. Говорю, папа, а вот ты уверен? И я начал, как Гедеон, трава, кожа. И когда все сбылось, я говорю, ну раз ты хочешь. Жена знает. Я сражался с Богом, чтобы не выходить в служение. Я говорю, Света, меня Бог тянет, это магнит, с меня просто все прет. И я говорю просто, я говорю Богу, Бог, я делаю вот этот последний шаг. Вот я сейчас его делаю, и я моей жене говорю, это последний мой шаг, я больше никогда в жизни не сделал. Почему? Потому что я приобрел ценность, я приобрел чистое сердце, я приобрел честь, которую я не хочу потерять вот здесь. Я не хочу. Мне не важно это, мне важно вот это. Вот это для меня важно. Моя вечная жизнь, а не понты, как о меня похоронят. Церковь, до чего мы дошли, потеряв самое главное. Потеряв самое ценное. Сердце, честь, любовь, чистоту. Зачем мы гонимся? За откровенными понтами, что тебя кто-то услышит? Кому оно надо? Кому оно надо? Когда я и в ад иду со всеми своими талантами и наворотами. Кому оно надо? Лучше войти без глаза. Лучше войти, не имея служения, не имея помазания, не имея таланта, чем войти гореть в гиене с руками, ногами, глазами. О, Иисус! Я молю Бога, что мое поколение поймет меня. Любимая, поверьте, это идет намного дальше, чем вот здесь. Вот оно идет намного дальше. И я верю, что меня слышат тысячи людей сейчас. И я верю, что у кого-то в сердце будет то же самое, что было у меня в 2004-м. Бог, не хочу я. Не хочу, честно, не надо здесь понтоваться перед сценой. Не надо, ты мне тут на камере, тут на фотографии. Просто тихо забейся в угол и скажи, папа, не надо мне ничего. Дай мне тебя, дай мне чистое сердце. Я тебя... Я помню. И он мне сказал, сынок, а теперь я могу тебе доверить. Я говорю, папа, почему? А потому что он говорит, а теперь тебе плевать на все. Я говорю, да, мне плевать. Мне плевать на все. Это откровение, оно дойдет. Дойдет. Дойдет до взрослых, дойдет. Послушай, я буду заканчивать. Бог сказал мне, что только личностям чести Он может доверить часть Его славы, потому что честь, слушай сюда, честь. Когда я дошел до ценности чести, теперь Бог может дать часть славы, потому что достигнутая честь не позволит мне коснуться славы. Кто-то со мной, кто-то здесь? Честь. Тебе не нужна слава. Ты осквернишься славой, заразишься славой, станешь заразой. Вы знаете, дорогие мои, это как голова медузы Горгоны. Помните? Не смотри. Вот это слава. Не смотри. Скажите мне, кто мог прикоснуться к этой голове? Кто? А? Тот, кто не смотрел. Это перефразировка мифологии, конечно, не имеет значения, но о чем я говорю? Я говорю о том, что нести славу может слепой. Пусть это дойдет. Пока ты зрячий, я умоляю тебя, не смотри, в камень превратишься. Вокруг меня люди окаменевают каждый день. О, Бог мой, они знают, о чем я говорю. Вокруг меня люди окаменевают каждый день, потому что мне кажется, что это легко. Но они не мертвые для этого. И как только они глянули на славу, вот так оно и осталось. Я храню внутри людей каждый день, потому что люди не понимают, сколько стоит. Некоторые смотрят, говорят, это легко, легко мертвому. Легко слепому нести славу. Легко слепому. И поэтому перед тем, как коснуться славы,
Я попросил Его ослепить меня. О, это для взрослых, церковь. О, это для взрослых. Потому что, как многие из нас, только ищут, только и смотрят, только и охотятся, где оно. Оно смертельно для живых. Оно смертельно для зрячих. В камень превратишься. Ты что-то берешь для себя сегодня? О, поверь, если вся конференция тебя не коснулась, если вот это тебя не коснулось, ты уже окаменел. О, Иисус. Так, Бог, дай мне закончить. Потому что он мне сказал: сын, теперь у тебя честь, которую ты сам попросил, и эта честь не позволит прикоснуться к славе, потому что я увидел себя, и я увидел настоящее. И я сказал: о, Иисус, я так хочу, чтобы Церковь Христа, мои братья и сестры, моя семья, хотя бы несколько человек в этом зале услышали не мои слова, а глубину откровения внутри из моего сердца. Вот глубину вот этого откровения. Не просто там поплясали и дальше по дорогам к славе, аллилуйя. На следующей конференции покорять нации, не покоривши свое собственное гадкое сердце. О, Иисус! Он сказал, что тем, кто отодвинул дар ради чести, он действительно может доверить. Это единственная молитва, которую я прошу, не выходить тем, которые не поняли меня. Я хочу, поверьте, пожалуйста, не выходите сейчас, для этого будет время. Я хочу, чтобы ты пропитался именно этой мыслью. Вы знаете, один из моих даров – это вводить людей в состояние, в котором я нахожусь сейчас. Это вводить тебя даже в состояние эмоционального откровения, которое сейчас внутри меня. И вот именно только вот эти люди, которые сейчас... Ты со мной сейчас прожил кусок моей жизни. Все понимают, о чем я говорю? Вот у меня талант есть брать тебя, засовывать внутрь, и ты пережил то, что я пережил. Ты там не был, но ты там был. И вот именно вот эти люди, только к вам обращено вот это слово. Если ты чувствуешь, но ты должен быть настолько честный, чтобы сказать: отец, я прямо сейчас складываю все дары. И слушайте сюда, слушайте сюда. Для некоторых из вас дары больше никогда не будут действовать. Не поняли? Не поняли? Церковь не способна услышать то, что я говорю. Некоторые из вас, когда выйдут сюда и скажут: отец, я откладываю дар ради чистого сердца, через определенное время, год, два, три, ты очнешься без дара, без глаза, без руки, но абсолютно с ним, в нем и для него. И я не шучу, это молитва, которая может, не говорю, что лишит, может лишить тебя твоего дара и таланта. И то, что ты слышал и видел, ты больше не будешь, у тебя будет вырван глаз. О, церковь, до этого откровения, я верю, я не то, что верю, я знаю, ты этого не слышал. Потому что мне до сего момента не было дано разрешение говорить так жестко об этих откровениях. Те, кто смотрят нас, вы сделаете то же самое, выйдя вперед к монитору. Не имеет значения, где ты. Самое главное имеет значение твое сердце и понимание откровения, которое я сейчас говорю. Те, кто не понял, доказывают, я вас умоляю, продолжайте лететь и доказывать, потому что вы не способны сейчас даже услышать, что я говорю. Как я в период 4 лет не способен был даже задуматься: это все для Христа, что ты имеешь в виду, отложить дар, я для дара здесь существую. Нет, я не для дара, я существую здесь для Него, и чтобы приобрести сердце чистое, сердце чести. Дар закончится, сердце нет.
дары прекратятся, любовь нет. О, Иисус. Бойся атаковать и идти против личности и чести. Потому что именно потому, что и честь не позволяет атаковать тебя назад, за них будет вступаться сам Бог. Я задам, наверное, самый радикальный вопрос, который когда-либо ты слышал в своей жизни. Можешь ли ты прямо сейчас полностью, тотально, абсолютно сложить свою мечту, перестать двигаться к ней, сложить свой дар и призвание ради того, чтобы взамен от Святого Духа получить единственную вещь – сердце чистое, сердце чести. Я готов прямо сейчас. Для меня, что толку приобрести? Кто-то понимает, о чем я говорю? Кому это написано? Значит, есть те, кто будут со сцен приобретать нации и идти в ад. Но не я. Я благодарю Бога, что в мои 20 до меня дошло вот это глубочайшее откровение, которое нужно вырасти в Боге, чтобы даже понять его сейчас. Фу, Бог мой, когда вы выйдете сюда, я даже не имею права на вас возлагать руки. На вас только Бог может возлагать руки. Потому что это молитва, которая точно не задействует меня. Бог упаси! Это ты его, это как я, вот там. Но я умоляю вас, не питайтесь. Некоторые из вас, Бог знает, некоторые из вас уедут отсюда, лишенные своего дара. А вот это новое учение. Но это Библия. Я лучше буду без прозорливца, чем прозорливец в блуде. Окей. Итак, Инна, можешь сюда выйти, пожалуйста, клавиши? А, вообще, это чудо было или это... Вроде было там, уже тут. Ладно. Для меня чудо. Знаете что, я, наверное, попрошу команду, выйдите сюда, музыкальная команда. Пастора, которые являются в координации завета, ребята, только в координации, а выйдите сюда, вот здесь, встаньте со мной. Это вопрос глубоко персональный, и толкать кого-то это будет преступление против личности. Вот эта молитва. Я не имею права толкать тебя. На нее могут выйти те, кто только поняли. Я не ввожу тебя в заблуждение. Я открываю все карты. Я не шучу. Я рассказал тебе часть моей сокровенной, персональной, больнейшей фрагмента жизни. И я призываю тебя, только тот, кто понял, о чем идет речь, выйти сюда и встать на колени. Только те, кто понял. Чтобы мы все замерли и просто побыли сейчас в этой атмосфере, сейчас,
Сейчас не время кричать. Сейчас не время кричать. Сейчас время умирать. Иисус, я умоляю тебя. Сколько я видел людей, пасторов. Пасторы, вы сейчас смотрите меня тайно, я вижу вас. Прямо сейчас я знаю. И вы абсолютно знаете, что вы идете в ад из-за своего греха. Вы знаете, о чем я говорю. Вы знаете, каким грехом вы грешите. Те, кто смотрит меня сейчас, слушает меня. Вы знаете, твоя проблема не грех. Твоя проблема в том, что ты захотел жить с Ним. Ты выбрал позицию перед тем, чем выбрать любовь Его. Сейчас я предлагаю покаяться тем. Мне не надо слышать тебя, мне не важно знать, кто ты, что ты сделал. Мне абсолютно не имеет значения. На тебя смотрит Бог. На тебя смотрит Иисус. Просто прямо сейчас скажи Ему, как я когда-то сказал, но скажи, пожалуйста, своими словами, это должно быть от тебя. Оно не должно быть моим, меня не должно быть здесь. Скажи Ему, Отец, я знаю, что есть мечты, таланты и призвания. И именно из-за них я не могу раскаяться. Гордость в моем сердце завладела мной. И я живу в грехе. Я живу в грехе. И этот грех не просто тайный. Этот грех реальный. Он укорененный. И этот грех уже даже не собирается покидать меня. О, церковь, я говорю о грехе не о том, который ты, а о том, который ты точно знаешь, что проповедуя, ты идешь в ад, и Дух Святой тебе об этом говорит. Я предлагаю тебе прямо сейчас своими устами сказать Ему то, что сказал я, Бог. Я прошу тебя, забери у меня все привилегии, дары и таланты, если из-за них я потеряю спасение, вечность, и из-за них я потеряю мое сердце. Я говорю то, что ты говорил в слове. Лучше, нежели ты войдешь без глаза в вечную жизнь, чем гореть в муках ада с глазами, с руками. Я говорю сейчас, и я понимаю это место из Библии, что можно спасти весь мир и самому потерять спасение. Иисус. Я обращаюсь к пасторам, которые сейчас смотрят меня. Я умоляю вас, пусть ваша позиция не удержит вас от покаяния перед Богом. Иисус, пусть честь, чистота вернется в тело Христа. Пусть вернутся те, кто действительно будут нести чистоту. Пусть будут те, кто ради чистоты откажутся от всего. О, это для зрелых. Это молитва для зрелых. Это для тех, кто какой путь прошли. Это для тех, кто понимает, что никакой дар не важнее сердца. Никакое покаяние чье-то не можно заменить на свою жизнь вечную. Никакое проповедование поездки невозможно заменить на спасение собственной души. Я прямо сейчас, как говорил тогда, я повторяю эту молитву. Отец,
Сердце чистое сотвори во мне. И если мое призвание, если моя популярность, если мое влияние мешает мне спасти свою душу, я отдаю тебе все прямо сейчас. И прошу тебя, не возвращай это никогда, если оно помешает мне быть с тобой в вечности. Я подписываю этот контракт и говорю тебе «да» и «аминь». Я не отступаю назад, потому что мне быть с тобой дороже кратковременной жизни во грехе, во лжи на этой земле. Я отдаю тебе мою жизнь. И я говорю, я лучше умолюсь, как дитё, и отдам тебе мою жизнь, оставлю позицию. И я верю, пришло время некоторым пасторам, они годами жили в блуде с любовницами. Они страдали от наркозависимости, от алкоголизма, от разных грехов, которые немыслимы. Я вижу некоторых пасторов прямо сейчас, я вижу в духе заключивших завет даже с сатаной. Я не хочу называть имена пасторов. Известные пастора, известные имена. Я прямо сейчас вижу этих пастырей, как они заключали завет с тьмой ради успеха. Я умоляю тебя, пастор, ты слышишь меня, я знаю. Расторгни завет с тьмой. Твоя душа дороже забитого зала. Твоя душа дороже кратковременной популярности. Иисус, пусть это покаяние выйдет из духа, а не просто из каких-то эмоций. Пусть слава Твоя покроет. Я молюсь сейчас за каждого сына и дочь Бога, которые пойманы в своих дарах и талантах, и из-за даров они не отпускают свои грехи, грехи сердца, грехи. Это не просто ошибочка, это не просто поступок, это преднамеренный, это задуманный, запланированный грех жизни. Яснее я уже не могу быть, если Дух Святой не объяснил, то меня и не поймут. Я вижу пасторов, заключивших завет с тьмой. Я вижу одного пастора прямо сейчас, который всю жизнь бился и говорил Богу: «Бог, почему у меня нет роста?» Я вижу этого пастора, ты живешь на Украине, больше деталей я давать не буду. Пастор на Украине, который бился и говорил: «У меня нет успеха, у меня нет ничего». И дьявол тебе сказал, что ты должен носить, что ты должен одеть и что ты должен сказать. После того, как ты это сделал, у тебя начался успех. Но знай, родной мой, ты должен покаяться, это успех не от Бога. Я знаю завет, я вижу, какой завет ты заключил. Тебе сказано, что носить, тебе даже сказано, как носить, тебе даже сказано, как выглядеть. Это было условие. О, дорогие мои, когда я попадаю в эту тему, я начинаю видеть очень много и очень ясно. Я ради моей чести, я не буду называть никого. Почему? Потому что я охраняю честь этих людей, потому что Бог умирал за них, и Он их так сильно любит. Я вижу людей, я вижу лидеров церкви, я вижу некоторых служителей, которые ходили к гадалкам, чтобы им было открыто, что сделать, чтобы выросла церковь. И вы меня слышите, я знаю вас, пастор, я вижу вас сейчас, я не назову это, но вы знаете меня. Вы ходили к гадалкам, чтобы вам сказали, что сделать, потому что у вас не было успеха и роста, и вы были унижаемы из-за того, что вы не имели успеха. Вы сдались, вы перестали искать лицо Бога, и вы пошли к гадалкам. И вам было сказано, что установить в церкви, что сделать, и у вас начался рост и успех. Знайте, это не Бог, это дьявол. Покайтесь. Бог говорит, для меня количество не имеет значения. Я работаю с сердцем. Все равно в конце жизни все души принадлежат Иисусу Христу. Мы никому не принадлежим и никому не являемся ничьей собственностью. И Иисус говорит, вы все мои. И если я решил доверить кому-то одного, а кому-то влияние на нацию, Иисус говорит, это я, суверенный Бог, и я это делаю.
Я прошу Духу Святому открыть сейчас. Сейчас не время кричать, сейчас время сокрушаться. Сейчас время увидеть свое сердце, сейчас время переосмотреть свою жизнь. О, эта конференция, ты ее запомнишь до конца своей жизни. Я прошу Дух Святой прямо сейчас нежно исцелить раны, нанесенные жизнью, людьми, демонами. Я вижу сейчас людей, которые страдают бессонницей. Я сейчас молю Бога, бессонница, я связываю тебя во имя Иисуса Христа. Настанет покой и мир. Ты будешь спать без таблеток, ты будешь засыпать, как ребенок. Я не знаю, я это просто вижу в духе сейчас. Мне не важно, кто ты, не нужно объявлять об этом, я это знаю в духе. Ты мучаешься бессонницей. Иисус говорит, Он исцеляет тебя. Я вижу, как исцеление приходит только из-за покаяния. Только из-за покаяния приходит восстановление нервной системы. Я даже вижу в зале сейчас, как ангелы обнимают некоторых из вас. Я их прямо вижу. Они стоят просто на коленях вместе с вами и обнимают вас. Даже их крылья обнимают вас. О, Иисус! О, как хорошо сейчас здесь! Как Иисус любит честность. Как Он любит честь. Иисус, сотвори во мне чистое сердце. Я хочу быть с Тобой. Я хочу быть с Тобой. Я хочу быть с Тобой по окончании всего. Я хочу быть с Тобой. Я ничего не хочу. Я люблю моих братьев и сестер, я люблю то, что я делаю, но тебя я люблю больше. И не променяю тебя ни на какой дар, ни на какой талант, ни на какое служение, ни на какое помазание. Я не променяю тебя, любимый Иисус. Церковь, перед тем, как мы перейдем в следующий уровень славы, должно прийти покаяние на тайном, личном уровне, и оно сейчас происходит. Эту конференцию будут смотреть тысячи и тысячи, и еще тысячи отдадут свои жизни Иисусу именно вот так. Родная семья, поверьте мне, я вместе с вами стою на коленях, потому что я человек, и я знаю, что я абсолютный грешник. И если Павел, уходя, сказал, я самый наибольший грешник, это говорит о том, что он что-то понял. Вначале он был больше всех апостолов, в конце он был самый падший грешник. Это говорило о том, что его сердце смирилось настолько, что на нем могла почивать сила и слава Бога. О, Иисус! О, это время, оно такое святое сейчас. Это время такое святое. Это время такое драгоценное сейчас. Спасибо. Только Иисус имеет право сейчас обнимать тебя. Эта молитва никто из людей не может возложить на тебя руки, потому что никто не умирал за тебя. Другие молитвы мы будем молиться, делать передачи, молиться за исцеление, но не это. Эта молитва настолько святая, что никто из людей не может быть рядом с тобой. Только Иисус. И только с Ним ты можешь говорить. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя. Иисус, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что наконец-то я вижу день, где есть люди, которые могут честно признать, что для них Ты дороже, чем таланты и дары, что для них чистое сердце дороже призваний, кафедр и церквей. Иисус, я так рад, что есть поколение, которое слышит Тебя. Иисус, я так рад, что есть люди, которые слышат Тебя. Я так рад, что поднялись те, которые следуют за Тобой. За Тобой.
не за человеком, не за помазанником, за Тобой. Еще раз говорю, лучше я войду к Нему, лишенный своих даров, талантов, призваний и помазания, чем войти, помочь кому-то, но самому погубить свою душу. Я говорю, нет. И это откровение, время для этого откровения настало сейчас. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Пастор Александр, иди сюда. Иисус, я так благодарю Тебя за этого человека, Иисус. Я прошу Тебя, Отец, сохрани в нем сердце. Дал ему это сердце, сохрани. Господь, я знаю, ты на него полагаешь так много. Я вижу, сколько ему доверено только из-за того, что у него сердце ребенка. Бог мой, я вижу на нем кладовые, я вижу, Бог, я вижу горы драгоценностей и золота. Я не знаю, что это значит, Бог. Я вижу на нем какие-то дороги, пути, я не знаю, что это. Я вижу открытые двери, я вижу здания, я вижу массы людей. Это все в огромном клубке, Бог, я просто вижу вес. Но я знаю, оно должно базироваться на сердце. Я прошу Тебя, сохрани в нем чистое сердце. Только люди чести никогда не примут славу Бога и не возьмут ничего от славы для себя. Мы покорные слуги, мы падшие грешники, и мы рабы Бога. Мы здесь только для того, чтобы сделать Его волю. Во имя Иисуса. Окаменели, Бог. Пусть это простота во Христе, пусть это чистота, оно будет в теле. О, Бог. Пусть все вершины понизятся, все низины повысятся. Спасибо Тебе за это уникальное служение, за эту уникальную конференцию. Спасибо, что тело Твое, оно доросло до этих уникальных откровений и этого движения. Спасибо, что Ты можешь работать с нашими сердцами глубоко, глубоко, потому что Ты пришел спасти, и Ты любишь нас. И Ты проходишь через всю эту шелуху, через все, Бог, человеческое. И Ты хочешь спасти самое важное. Наше сердце, нас. Пусть любовь в теле Христа восстановится. Пусть честь, почтение будет в теле. Пусть разложение прекратится, Отец. Скрепи все тело любовью. Любовью. Время любви, говорит Бог. Время любви, говорит Бог. Время любви. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе.
Спасибо. Мощное завершение конференции, которое, когда я либо переживал, видел за все 18 лет моего христианства. Ничего подобного никогда не было и не происходило. Да и вы знаете, перед конференцией в последнее время я вижу льва, который копает. Который копает очень глубоко, который выкапывает всю грязь, все камни, весь мусор. И наше христианство, наши сердца, наши колодцы, они были забросаны мусором через служение, даже в церкви, образы поведения. И прежде чем высвободится реальная сила, реальное движение. Это последняя волна, которая захватит весь мир. Должны быть приготовлены сердца, должны быть вычищены колодцы. Бог, прежде чем через Петра что-то произошло, великие дары высвободились через его жизнь. Бог показал Петру, кто он. И вот этот уникальный момент произошел, когда он говорит: «Любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня?» И Петр, понимая и зная, кто он, встретившись с реальностью своего сердца, своей натуры, он сказал: «Да, да, да». И он сказал: «Паси агнцев моих». Прямо сейчас Бог говорит: «Паси агнцев моих». Бог томился, и Он хотел очень многое высвободить через свое тело. Он не мог, потому что оно было не готово. И прежде реальные, уникальные дары, прежде уникальное, чтобы высвободилось, должно быть правильное основание. И я благодарю Бога за эту уникальную работу, за эту уникальную операцию, очень тонкую, за то, что Бог добрался до самого корневища, за то, что Он снял все, зачем бегут язычники. И Он обратил внимание, зачем бежит Царство Небесное, чего ищет Царство Небесное, это наших сердец. Это той невидимой жизни. Аллилуйя. И вы знаете, на этой конференции произошла великая работа. Вы знаете, мне охота идти в глубину, мне охота идти в невидимое, мне охота быть с Ним. Мне ничего не охота, я ничего не хочу, я только хочу Его, просто Его. Мне ничего не нужно. За это перерождение, перерождение твоего тела.
пусть примирение, прощение приходит. Вот это есть бревно, которое Бог говорит: не смотри на сучок в глазе брата твоего, а посмотри на твое бревно, которое в тебе. Разберись с собой. Разберись с бревном, которое в тебе. И ты увидишь, как помочь брату. И Бог только может таких людей использовать, которые разобрались со своим бревном. Которые не ищут себе славы. Которые ничего не думают и не мнят о себе. Которые стали Его рабами, которые любят Его от всего сердца. Воздай Ему славу, Он великий. Это самое, самое лучшее завершение конференции, которое когда-либо было. Я был на многих конференциях, но ничего подобного я не видел. Ничего глубокого я не слышал. И я благодарю Бога, что наш Господь докопался, а Он докопается. И я благодарю Бога, что есть люди чести на этой земле. Есть люди чести. И естественно, дорогие, дьявол хочет опорочить этих людей. Опорочить этих людей. Опорочить через каменные сердца. Я благодарю Бога. Сделал удар на этой конференции в самую, в десятку, в 100 миллиметра. Лучше не могло бы быть, дорогая церковь. Дорогие, все, что здесь происходило, благодаря людям чести, происходят такие конференции. Благодаря тем, кто получил от Бога цель и умерли для себя и живут только для Его цели и все. И я Богу пообещал, я сказал: я живу только для Твоей цели. Только для Твоей цели и ни для чего другого. И я хороню все, я отказываюсь от всего. И меня не волнует, что со мною, кто что говорит. Меня не волнует, кто что думает. Меня не волнует, в чем я одет, что я ем. Есть у меня деньги, нет у меня денег, больше у меня денег. Меня не волнует вообще ничего. Меня волнует только Он. Только любовь к Нему. И делать то, что Он хочет. Все. Я раб Христа. Я сделал себя рабом Христа. И я не сделаю шаг влево или вправо без Его разрешения, даже если останусь один. Прими это решение, и ты увидишь, как хорошо быть с Ним. Воздайте Ему славу. Вы знаете, на это удивительная конференция. Бог поработал, вычистил внутренность, вычистил сердце, подготовил фундамент. Вы знаете, я чувствую, великие вещи открылись даже в моей жизни, которые я хотел. Я реальные, легальные права получил на определенные вещи, но это будет видно в будущем.
И я верю, что многие из вас, они уже не останутся прежними. Вы уедете другими людьми. Многие вещи в ваших жизнях изменились. Дела дьявола разрушились. И я верю, тело Христа поднимается настоящее. И написано, когда увидят любовь между вами, воистину скажут, что Господь с вами. И нам не нужно защищать себя. Нас защищает Бог. Нам не нужно доказывать, что мы от Бога или кто-то не от Бога. Бог сам докажет, кто от Него, а кто не от Него. Кто идет со своим именем, а кто идет с именем Господа Саваофа. Воздайте Ему славу. О Бог! И чем больше будет мертвых, чем больше будет славы, чем больше будет мертвых, тем больше будет Бога. О, тем больше Его движения будет высвобождаться. Я хочу от всего сердца поблагодарить. Пастора Андрея, пастора Светлану Шиповалову, TCCI Band, Джеймс Малони, воздайте аплодисменты. Только люди чести смогут остаться. Только люди чести смогут распять себя. Несмотря на все боли и страдания служить. Мы благодарны вам. Я благодарю Бога, что есть такие люди, с которых реально можно брать пример. Я повидал за 18 лет пастырей, служений, служителей, но ничего подобного я не видел. Бог поднимает иное ДНК, иную породу. Бог поднимает то, что дьявол выиграл. Бог поднимает рабов Христа, которые отказываются от себя, идут и служат Богу, исполняют Его волю. И это не закончилось. Нас становится больше. Малая закваска квасит все тело. Заквашивайся, заквашивайся правильными образами. Я благодарю Бога также за церковь К12 «Глобальное видение», за каждого верного, за каждого, кто отказался от себя, каждого, кто служил здесь, за каждого мы разделим добычу между собою, независимо, где ты служил на этой конференции, независимо, что ты делал, но зависимо от того, для кого ты это делал? Зачем ты это делал? Пусть Бог воздаст каждому. А поверь, я знаю, Он воздает. Спасибо вам, дорогие, все, кто служил за Бог. Пощит вас. И написано, Он придет, снимет одежду и начнет вам служить. Тот, кто служил здесь, ему, он говорит, я сниму одежду, и я буду служить вам. Мы любим каждого, мы ценим, если знаете, церковь, если мы как люди видим жертву, чувствуем людей жертвы, если мы как люди, если нас как людей цепляют жертвы наших братьев и сестер, бескомпромиссность, полностью, полная посвященность, то тем более Бог, написано, если сердце тебя осуждает, то тем более Бог, и если сердце твое затрагивает чье-то служение, поверь, насколько Бога затрагивает служение, служи перед Ним, делай для Него все, что ты делаешь, все перед Ним, не ожидая от людей ничего. Не ожидай.
ожидает его, и награда придет. Над тобой небо откроется, и ты будешь переходить от веры в веру, от силы в силу, от славы в славу. И я благодарю Бога, 6-я конференция, и она сильнее и сильнее. И поверь, она, эти конференции не закончатся. И их только закончит Иисус Христос со своим пришествием. Потому что Его тело не победишь. Его тело не победишь. Мертвых победить невозможно. Воздайте еще раз всю славу. Спасибо. Спасибо, дорогие. Спасибо. Я хочу поблагодарить Ему слава. Я хочу поблагодарить каждого, кто жертвовал. Каждого, кто реально жертвовал на этой конференции. Все нужды покрылись. Церковь! А затраты огромные! И мы можем благословлять. Это классно. И ты имеешь честь в этом служении через твою жертву. Пусть Бог каждого благословит. Пусть Он покроет тебя радостью. Неси Бога, неси Его. Людям нужен Иисус. Людям не нужны мы, им нужен Иисус. Вот такой, какой ты есть. Иди, все, что Он тебе скажет, начинай делать, и ты увидишь великую славу. Амин. Будьте благословенны, церковь. Также будь человеком чести. Останься, мужчины.